В общем, я про что сегодня будет? Давайте так. Я буду рассказывать вот как с базового уровня, как будто вы не ходили до этого никогда на мои выступления по Apache Ignite или еще что-нибудь такое. Вот. Я с базового уровня какие-то вещи расскажу, еще буду предполагать, что вы что-то про ML знаете. Если при этом как бы вы совсем ничего про это не знаете, ну, будет, наверное, где-то местами тяжеловато, но я надеюсь, что сегодня собрались все, кто так или иначе хотя бы как-то Data Science пробовал в том или ином виде. Вот, либо вам интересно узнать, либо вы знаете Apache Ignite, и тогда вам интересно узнать, что в нем еще такого прикольного есть, насколько это работоспособно, и можно предлагать, не знаю, там, экспериментировать как-то, поднимать на продакшене и так далее. То есть я вот эти вот вещи постараюсь поподробнее рассказать. Это будет касаться вышедшего релиза, который весной выходил, это Apache Ignite 2.8. И, как уже Ксюша сказала, да, 2.9 для меня настал внезапно, я не так уж много вещей туда сделал, я пофиксил несколько багов, вот все остальные изменения, они у меня висят пока в разработческой ветке, они пойдут уже, наверное, в следующую вещь. Поэтому все эти вещи актуальные будут, я думаю, еще до конца года абсолютно, а если что-то и там слегка поменяется, вот, оно не будет касаться каких-то радикальных изменений в API, скорее добавление какого-то нового функционала и фикс багов. Итак, совсем коротко я представлюсь, то есть меня зовут Зиновьев Алексей, я пишу на разных JVM-языках в разные эпохи. Сейчас я пишу, вот я не писал на Java уже не знаю, несколько недель, вот. А сейчас я в основном пишу на Kotlin, потому что работаю в компании JetBrains в отделе Kotlin for Data Science и делаю фреймворки для, там, скажем так, разных Data Science задач на Kotlin. Но, однако, все эти фреймворки и вся эта экосистема, конечно, из той же Java может быть использована. У кого-то слышу эхо, мьютьтесь. Кроме этого, я когда-то писал на Scala, для Spark и так далее, много писал на Java. И где-то вот с 2017 года я присоединился к Apache Ignite в качестве разработчик ML-компоненты, и, соответственно, вот уже почти 2,5, наверное, или даже уже 3, наверное, года, я не помню точно, наверное, уже к 3 годам близится, как я во всей этой истории участвую, продолжаю участвовать. Ну и кроме того, я участвую не только в разработке этого опенсорсного продукта, еще много каких еще интересных. Вот сейчас, например, я полез в TensorFlow, потому что, как говорится, если сам не полезешь, никто за тебя не сделает. Вот, просто потому что опенсорс он такой, там все друг другу так друг за друга ручками цепляются, друг другу помогают. Вот, и, а если не помогают, то не очень сотрудничают. Поэтому это такая помощь в обмене на продовольствие. Хочешь, чтобы TensorFlow с тобой интегрировался, иди и помогай TensorFlow. Вот это как-то так все выглядит. Соответственно, давайте коротко, маленькое интро на 5 минут буквально, что такое machine learning, с чем его едят и так далее. Я догадываюсь, что там часть собравшихся может знать, что это, что такое очень хорошо, часть собравшихся может вообще не вкуривать, часть собравшихся может иметь представление уровня. Я посмотрел 5 лет назад какой-то курсик на эту тему, что-то там засовывали в логистическую регрессию, это как-то работало. Вся суть в том, что для того, чтобы запускать вот этот вот модуль Apache Ignite ML, конечно, какие-то зачаточные знания о том, что такое ML, нужно иметь. И самое главное, нужно понимать, как в целом это все устроено, и чем отличается от обычного программирования. В частности, обычное программирование как выглядит? Мы с вами там чего-то написали, подняли какие-то микросервисы, это все работает. Программа — это код, который пишем пока мы, да, условно говоря. Завтра его напишут роботы, но пишем, в общем-то, его мы. Нам помогает где-то идея, да, там кодогенераторы, может быть, какие-то. Но в целом как-то мы управляем процессом. А программа, да, набор каких-то операторов, которые там превращаются в более низкоуровневые операторы, мы вроде как это все контролируем. И мы засовываем потом input в нашу программу, какие-то данные, ну, например, а дальше получаем какой-то output, например, какой-то отчет. В случае машинного обучения представьте себе, что у вас есть input и есть отчет, который нужно получить. А вот программу, которая строит по данным отчет, вам предстоит еще сгенерировать. И таких программ может быть много. И какие-то программки строят отчет лучше, чем другие. Нужно устроить среди них конкурс, соревнования, выбрать самую лучшую программку. И вот такие программки называются моделями. И в частности, если у вас не просто какой-то отчет, а вы хотите что-то предсказывать, это
называется модели машинного обучения. Это очень нестрогое определение, но вот я стараюсь, чтобы интуитивно оно было чуть более понятно. Математически все машинное обучение выглядит очень коротко. У вас есть иксы, у вас есть игреки, входы иксы, выходы игреки, у вас есть какая-то неизвестная функция, и у вас есть гипотеза о том, что это функция из какого-то семейства, например, из семейства линейных функций. Вы никаких других не знаете, любите линейные функции. Они хорошо деплоятся, их легко программировать, экспортировать и так далее. Нормально. Вы предполагаете, вы не знаете даже, сколько там этих коэффициентов, сколько фич, сколько-то. Главное, что они линейные. И дальше вся ваша задача — найти такой алгоритм, который вам эти коэффициенты найдет наилучшим образом в некотором смысле. Однако бывает, что вы даже ничего не знаете о том, линейная эта функция, или, может быть, нелинейная, или какая-то составная. И тут уже хочется вспомнить какой-то университетский курс Матана и так далее. То есть как это вообще все устроено. Поэтому вот тем, из какого семейства эти функции, обычно занимаются более сложные ресерчеры. А на более низком уровне у вас есть какая-то такая главная гипотеза, вы долго ее проверяете. Не используете все алгоритмы подряд на свете. Вот вам сказали, используйте, условно говоря, какой-нибудь Random Forest, и вы вот его используете до победного. Или вы понимаете, что модель должна быть представлена в виде какой-то там нейросети. Окей, вы тренируете нейросеть. То есть вы так сильно не виляете, не делаете новых предположений о характере этой функции. Соответственно, есть такие прекрасные шадовские курсы товарища Воронцова, я стащил у него определение, чуть более строгое. У нас есть x — это объекты, y — это ответы, f из x в y — это некая функция, целевая функция, которую мы хотим найти. У нас есть некоторое количество тренировочных образцов в пределе один. Знаете, маленькому ребенку, если показать что-то, он тренируется часто на одном экземпляре. Непослушный маленький ребенок на трех. Да, и на очень сильной мотивации от родителя. Вот моделям машинного обучения им надо много образцов. Нейросетям, как под классу моделей, обычно чуть-чуть поменьше. Вот, современным некоторым сложным нейросетям, претренированным. Нетренированным нейросетям очень много образцов, миллионы образцов, чтобы они становились очень хорошими. И вот наша цель, как я уже сказал, вот поиск такой функции плюс догадка о том, какому семейству он принадлежит. Если совсем коротко, возвращаясь к линейной регрессии, вот у нас есть, мы уже решили, ищем линейную регрессию. Как найти наилучшую? Вот в чем вопрос. И тут на помощь приходят, снова такие вот небольшие заплывы в матан. У нас есть некий критерий того, насколько хороши коэффициенты, которые мы находим, вот эти вот дабл-иты, условно говоря, формулы, которые мы суммируем. И вот этот критерий — это обычно какая-то функция, которая хорошо дифференцируется, то есть у нее можно взять производную, желательно, чтобы эта производная была определена во всех точках. И, соответственно, вот в случае линейной регрессии есть очень, например, известный критерий, который называется там MSE. Это там, по сути, метод наименьших квадратов, скажем так, в советском нейминге, условно говоря. То есть мы смотрим то, как сильно построенная кривая отклоняется от всех возможных тренировочных образцов, которые у нас есть. Эти мы квадраты, мы опускаем перпендикуляры на эту прямую и суммируем эти квадраты. Я помню, что когда учился еще в университете, про машинное обучение не знал, был такой предмет — эконометрика. Он на экономфаке преподают, например. И вот там, пожалуйста, у людей есть в учебнике метод наименьших квадратов, есть линейная регрессия. То есть народ занимается машинным обучением на листочках, вполне себе рабочий метод. Даже не подозревая, что функция еще и дифференцируется. Кроме того, модель может быть вообще никак не связана со всеми этими матанами, линейной алгеброй и так далее. Вы говорите, я ничего не хочу про это знать, я предполагаю, что это может быть выражено в форме логического дерева. И я очень люблю деревья. Деревья очень классные в том, что их очень легко задеплоить, то есть представить в виде программного кода. То есть полученный артефакт — это может быть просто набор ифов и элсов, на самом деле. То есть вложенных друг в друга. Кто не писал такой код? Тот первый бросил меня в камень, там свечи, if-else, not if-else и так далее. Вот решающее дерево, например, такое. У вас есть некоторый корень, дальше вы из этого корня задаете первый вопрос, самый важный, например, там, мальчик или девочка? Мальчики направо, девочки налево, дальше ты задаешь какой-нибудь вопрос. В своей модели машинного обучения, там, высокий или низкий, какой у тебя вес. И дальше ты, условно говоря, твой образец, для которого ты хочешь что-то предсказать, он стекает в какой-то листочек этого самого дерева. А в листочке дерева уже лежит ответ, тот самый, например, класс, к которому этот образец относится. Вот как построить такое дерево? Это вопрос более сложный. Деревья строить обычно намного сложнее, чем искать коэффициенты линейной регрессии. И особенно сложно не просто
реализовывать такие алгоритмы, а написать распределенную версию такого алгоритма, чтобы она еще как можно меньше толкала данных через сеть, придумать какие-то ходы для этого. И, собственно, вот история Apache Ignite ML, она как раз про то, что есть какой-то классический алгоритм с какой-нибудь классной трудоемкостью от n в кубе, с безумными требованиями по памяти тоже от n квадрат, с какими-то вспомогательными структурами, который хорошо летает на тысячи образцов, но очень-очень плохо летает, когда данные лежат у вас, например, на 4 нодах, вот когда там миллион строк, это еще немного, да, там миллион строк, миллиард строк или еще что-нибудь такое. Вот многие классические алгоритмы, они совершенно в этом не работают. А, соответственно, может быть, еще много... Сейчас попробую запустить анимацию. Много интересных еще вещей, связанных с машинным обучением. Очень часто решается задача бинарной классификации, когда у вас есть некое множество точек, и вам нужно построить идеальным образом некую кривую в n-мерном пространстве, ну, вот здесь двумерное пространство, которое отделяет одни точки от других. И подобная кривая называется классификатором. И вот поиск этого классификатора в наилучшем смысле – очень популярная задачка. И, собственно, я тоже в своих примерах там тоже буду вот подобную кривую в многомерном пространстве тоже искать. Давайте вот закончим введение про машинное обучение и поговорим, в частности, про распределенное машинное обучение. В чем тут история? Для начала надо понимать, что фреймворк, который мы делали, он не должен был быть вещью в себе, а он должен был встраиваться в некую стандартную, известную в мире цепочку обработки данных, пайплайн машинного обучения. Как он выглядит? Есть у вас какие-то сырые данные, и в нашей ситуации некий источник данных, который еще никак не подготовлен для того, чтобы на них тренироваться. И вот в ситуации с Apache Ignite это данные в кэшах Apache Ignite. В худшем случае в SQL-таблицах Apache Ignite, да, то есть, ну, в идеале лучше в кэшах. Далее, что мы с ними делаем? Мы дальше эти данные берем, там может быть все что угодно, да, какие-то непонятные вообще строчки разнотипные, там могут быть интеджеры, объекты, binary объекты, все что угодно. И нам надо вот эти вот все эти вещи заэкстрактить и превратить плоские, линейные, одинаковые длины вещи, которых лежат желательно чиселки, а желательно даблы, на которых уже можно тренироваться. Дело в том, что большинство алгоритмов машинного обучения, подавляющее, оно умеет тренироваться только на однородных векторах даблов. И вот этот вот процесс от превращения игнайтовских кэшей в вектора даблов называется препроцессингом. Вот те препроцессоры, некоторые из которых я вам покажу и расскажу, вот они этому посвящены. На самом деле можно это делать самому ручками. Ничто не мешает довести эту предобработку на своей стороне. Имейте набор кэшей, в которых у вас k-value, где k – это ну, какой-нибудь ключ, а value – это уже готовый вектор. Если вы так сделаете, честь вам и хвала. Никаким препроцессингом, который, там, условно говоря, мы предоставляем, вам не придется заниматься. Но обычно так не бывает. Обычно у вас что-то другое лежит в value. Что-то другое лежит, например, в SQL-ной таблице. Поэтому нужны какие-то преобразования. И тот препроцессинг, который уже идет, он покрывает, конечно, небольшое количество кейсов, просто в силу того, что там мне неизвестно вся на все... Я каждый раз удивляюсь, как народ, что народ засовывает value. Как бы предусмотреть все случаи невозможно, но можно дать какие-то инструменты, которые облегчат самые, наверное, популярные кейсы. После того, как мы подготовили данные, эти данные хранятся в неком распределенном датасете, про который речь пойдет позже, нам надо тренироваться. Тренировка, кроссфит, можно сказать такой, чтобы мы могли получить из вот этих вот миллионов строчек, получить достаточно небольшой артефакт. В этом особенность классического машинного обучения. Нейросети, например, могут иметь там артефакты размером в сотни мегабайт. А модельки классического машинного обучения редко достигают даже мегабайта, даже если это там огромный ансамбль из кучи каких-то деревьев. Они обычно очень компактные. В случае какой-нибудь линейной регрессии это просто числовой вектор коэффициентов, например. То есть это очень-очень компактные представления, которые очень легко передавать между серверами, легко кэшировать, легко сохранять, легко написать свою сохранялку и так далее. Но фишка в том, что полученная модель, вы могли тренироваться, например, с какими-то параметрами алгоритма, делать какие-то предположения модели. Полученная модель может быть не самой оптимальной. И дальше входит в дело такой вот процесс подстройки гиперпараметров. Что такое гиперпараметры, я чуть позже покажу, просто вот пока в голове затвердим себе вот некий процесс настройки гиперпараметров. Это как вентили, которые, знаете, вот были старые телики, в которых можно было там подкручивать яркость, контрастность там и так далее. Вот, и ты типа собирал картинку, изображение. Вот гиперпараметры примерно то же самое. Каждый в отдельности немножко влияет на финальное изображение. И ты ищешь оптимальное изображение, крутя сразу все вот эти вот вентили. Вот здесь примерно та же самая история. И вот только получив
найдя, скажем так, наилучшую модель, перебрав какой-то набор вариантов гиперпараметров, можешь, конечно, не перебирать. Вы такие получили первую модель и впрод. Это нормально для проверки какой-то гипотезы. Или вас устраивает качество, можно не тратить больше кластерные ресурсы и не тренироваться. Но если хотите найти что-то получше, если вы чувствуете, что можно что-то получше найти, то, конечно, тюньте. Это уже отдельная большая теория про то, как подбирать все эти гиперпараметры, как не перебирать все возможные сочетания. Про это мы сегодня не будем разговаривать. Это такое более дип-дайв тема. И после этого следует оценка на модели, желательно на самом на каком-то независимом небольшом множестве. Это, с одной стороны, я вам рассказываю классику машинного обучения, но дело в том, что очень часто у вас может не быть отдельного дата-сайентиста в вашем коллективе, ML хочется потрогать, поэтому не забудьте, что модели еще их качество неким образом оцениваются. Есть метрики качества модели. Самые простые — это, например, когда вы там хотите поклассифицировать 100 образцов, и, например, у вас 98 классифицировались правильно, а 2 неправильно. Ну, тогда говорят, что некая метрика под названием точность, accuracy, у вас 98%. Хорошо ли это или плохо? Ну, наверное, достаточно хорошо. И вот после этого полученный артефакт должен куда-то деплоиться для двух целей. Он может жить вместе с кодом клиентским, которым вы, например, тренировались. Он может быть задеплоен как артефакт вообще под какой-нибудь REST API куда-нибудь отдельно. За пределом, может быть, даже Apache Ignite. Могут быть кейсы, когда вы тренировались на данных Apache Ignite, но модель хотите передать куда-то еще. Куда-нибудь вообще дотащить до питонячего кода или в какое-нибудь Java-приложение. Мало ли, какие у вас цели. Ну, то есть цели могут быть очень разные. И вот это вот деплой, он достаточно многогранен. И здесь уже, конечно, идет эра и сфера так называемого MLOps. Это такая новая вещь, которая недавно, не так давно появилась. И очень много тулов появляется здесь. И я сразу отдельно скажу, что я тоже на них внимательно смотрю. Очень хочется, чтобы наши модельки тоже из коробки в этих MLOps тулах работали. Но для этого тоже нужно еще приложить некоторые усилия. Пока никакой интеграции ни с одной MLOps тулой нету. Но, собственно, кандидат я уже сейчас смотрю, чтобы найти что-то хорошее. Соответственно, вот все эти стадии, да, они все могут быть определенным образом распараллелены или распределены. Причем как параллелизация, так и дистрибьюция здесь могут давать выигрыш для повышения утилизации ресурсов вашего кластера в момент тренировки. В частности, вот у вас есть данные. Вы их можете распилить на кусочки и хранить, понятно, по нодам. Ну, для такого стандартного скалирования, собственно, для которого и служит Apache Ignite для хранения данных. Да, тут все понятно. А далее, сам препроцессинг, понятно, может быть распределен. То есть вы можете обрабатывать отдельные кусочки данных на отдельных нодах, а, например, никак их не перетасовывая в момент препроцессинга. И большинство препроцессоров темы круты, что очень мало информации надо передавать между нодами, чтобы синкать их между собой. А тренировка обязана быть распределенной, и это причина, почему некоторых классических алгоритмов в библиотеке нет и никогда не будет, потому что их невозможно распределить, нет ни одного научного пейпера на эту тему, никто не может этого сделать, и я там результатом пристально вглядывали, или те мои коллеги, которые делают другие какие-то алгоритмы, мы там собирались, смотрели, можно ли этот алгоритм включить или нет, и, например, понимали, что нет, нельзя. Где-то даже результаты этих дискуссий, возможно, висят на дев-листе и так далее. А далее, оценка модели, но тоже она может быть распределенная, опять же, это распределенность по данным. А вот дальше мы переходим к интересной вещи. Это перебор гиперпараметров. Например, когда ты с одним сочетанием параметров запускаешь тренировку с другим. И вот здесь вот как бы можно получить такой слоеный пирог. Сам тюнинг параметров можно запустить в один поток, но тогда ты из него стартуешь как бы вот эту распределенную тренировку на кластере. Ну, предположим, она грузит не все ресурсы. Тогда можно попробовать запустить еще и параллельный тюнинг параметров. С одним сочетанием загрузил, условно говоря, кластер на 20%, еще с одним сочетанием, еще на 20%, еще с одним сочетанием на 30%. И как бы три модели в параллель считаешь, и каждая из них еще распределенно обрабатывает свои данные на всех этапах. Это достаточно интересная история. И это одна из самых свежих вещей, которые появились в 2.8. Хочешь параллельно, условно говоря, запускаешь тренировки, хочешь последовательно, в зависимости от того, насколько тяжелая эта тренировка, насколько она все грузит. Чаще всего не слишком тяжелая, и многие модели спокойно можно запускать параллельно. Это онлайн-лернинг, и с ним сложнее, наверное, всего. Полноценных фреймворков для онлайн-лернинга на данный момент вообще нет, даже в питонячьем мире, в котором, кажется, есть все по машинному обучению. И это тоже проблема. Ну, то есть нет каких-то референсов, на которые можно было бы ориентироваться в имплементации. Поэтому здесь
есть разные прикольные подходы про то, как это делать распределенно. Вот параллельно почти никогда нельзя. Вот, а как это сделать распределенно, но опять же по данным, да, вот как-то можно. Ну и, конечно, тренировка ансамблей в той ситуации, когда все модели равноправны, когда куча моделей тренируются по отдельности. Вот, это можно сделать как распределенно относительно каждой модели, так и параллельно, если у вас одновременно несколько моделей тренируется. То есть здесь вообще очень такой жесткий микс из параллельно распределенного кода, где внизу тренировка разбрасывается по кластеру, а снаружи еще где-то висит настоящий многопоточный код. И, конечно, здесь есть такая определенная сложность, как написать корректный неблокирующий код. И ошибки тоже случаются. Недавно прилетел на дев-листе история с тем, что все-таки кое-где застопорились треды, вот, и race condition все-таки произошел как раз в тюнинге в параллельном этих параметров. Вот буду фиксить эту багу. Редко, но, как говорится, shit happens. Далее, поговорим о распределенных структурах данных. Ну, здесь все достаточно просто. У нас есть датасет, и вот я хочу поговорить немножко про его природу, потому что это возникает один из самых проблемных, наверное, моментов для людей, которые первый раз используют и смотрят за утилизацией. Как это выглядит физически? У вас есть кэши. Давайте называть все, что есть в Ignite, кэшами, потому что это справедливо в какой-то степени. Пока у нас все на кальцит не полетит, да, давайте называть это кэшами. Я буду так называть. Простите мне мою неграмотность. Вот, и они неким образом распределены. И суть нашего partition-based датасета в том, чтобы создавать некие партиции, кусочки данных рядом с, условно говоря, партициями этого кэша. Вот, условно говоря, на какой-то ноде там висит несколько кусочков кэша, вот столько кусочков партиции нашего датасета мы создадим. Это не кэши Ignite. И на заре Apache Ignite 3 года назад, когда я приходил, собственно, сначала не было никакого partition-based датасета, и мы тренировались напрямую на кэшах. К сожалению, вот кэши, то, как они устроены, то, как они индексируются и так далее, они давали жесточайшую просадку по производительности. Нет ничего хуже, да, чем индексированное дерево для того, чтобы на нем тренироваться и строить другое дерево, дерево какую-нибудь модель. Нужны в идеале вообще сплошные блобы, на них лучше всего тренироваться. Но в крайнем случае какие-то однородные куски в хипе. Они на них тоже легко тренироваться. Вот. И в этом плане мы не делаем каких-то произвольных, непоследовательных дерганий операций чтения записи. Операций записи вообще нет в эти вектора. Это иммутабельные операции по своей природе. И много-много еще аргументов. Можно на эту тему дискутировать. Мы делали разные эксперименты, сравнивали перформанс и пришли вот к той архитектуре, которая сейчас имеется. И в итоге мы имеем некий partition-based dataset, поверх которого у нас доступно некое множество MapReduce операций. Есть главная такая функция compute, которая принимает на вход некий environment, некий контекст и некую партицию данных. И суть того, чтобы сделать, собственно, все алгоритмы, которые мы делали распределенные, в том, чтобы на этом низкоуровнем low-level API расписать любой из алгоритмов. Ну, то есть ты, по сути, должен думать в MapReduce парадигме, чтобы программировать распределенные алгоритмы машинного обучения. Это нормально, таких алгоритмов уже до кучи. Есть, опять же, Mahout, как когда-то был такой фреймворк машинного обучения. Он первый начал эту возню, потом SparkML, потом Flink подобные эксперименты тоже ставил. И там распределенные тренировки внутри TensorFlow, MXNet и PyTorch тоже похожим образом устроены. То есть это не открытие Америки, это достаточно стандартная архитектура для машинного обучения. Соответственно, это все про структуры данных. Если будут отдельные вопросы, можно писать в чате, потому что возникает недоумение. Вот, в частности, там возникает... последний совет про структуры данных тоже пришел с обсуждения на юзер-листе. Там народ закрывает, ну, собственно, использует partition-based dataset, дальше его закрывает и удивляется, что там он куда-то девается. То есть, дело в том, что это такое дефолтное поведение. Я, наверное, добавлю этот момент в документацию, но, соответственно, это вызывало некую неожиданность для людей, которые ожидали какого-то другого поведения. Наверное, что в хипе это навечно зависнет или еще что-нибудь. В общем, мало ли у людей какие потребности. В общем, если какие-то вещи вдруг вам кажутся недокументированными, или вы имеете мало опыта с Apache Ignite и так далее, и храните там безумно ценные данные, например, сертификаты вашей бабушки на ипотеку или еще что-нибудь такое, пожалуйста, прямо на этом кэше никогда не тренируйтесь. Тренируйтесь на какой-нибудь копии этого кэша, чтобы почувствовать, так сказать, все эти partition-based датасеты, вот, и так далее. Мало ли, вдруг все взорвется. Ну, то есть в любом случае, когда вы какие-то новые вещи пробуете, не делайте это на боевых данных. В общем, пришел человек на юзер-лист и такой: я сделал это на боевых данных, потом что-то куда-то пропало, а это была моя единственная копия данных, что делать? В общем,
не делайте так. Это же неправильно, мне так кажется. Но, конечно, да, бывают неожиданные вещи. Мы думаем, что, когда проектируем, что дефолтное поведение должно быть вот таким, а для пользователя это не очевидно. И вот из таких историй правильное дефолтное поведение или какие-нибудь отдельные настройки, они, конечно, должны вырисовываться. Вот, соответственно, я думаю, там, в следующей версии я дам флажочек какой-нибудь человеку в руки, вот, обложу все ворнингами, и чтобы в этой ситуации не было какой-то неожиданности даже для такой, казалось бы, банальной вещи, как управление ресурсами. А, поговорим об алгоритмах. Про алгоритмы слишком долго я не хочу разговаривать, вообще вам рассказывать, какие бывают алгоритмы. Вот, я просто пробегусь по тому, что есть. Грубо говоря, есть набор алгоритмов, которые отвечают за классификацию в стандартных фреймворках машинного обучения. У нас это логистическая регрессия, прекрасная, замечательная, быстро тренируемая, у нее очень крутые результаты по перформансу. Это линейный SVM, это такие алгоритмы, как KNN и его адаптированная версия, ускоренная, убыстренная и очень интересная, это Approximate NN, это моя собственная разработка. Пейпер я по ней не написал, но, в общем, она достаточно веселая. Это, по сути, построение индекса в процессе тренировки очень интересного, набора приближенных соседей, фиксированного, по которому мы дальше потом предсказываем, а не по безразмерному количеству соседей, которые может, в принципе, быть. Далее, это решающие деревья, это Random Forest, это ансамбль решающих деревьев, самый популярный. Очень часто народ тоже на юзер-листе спрашивал, на этот алгоритм, он у нас есть, достаточно хорошо работает. Вот, и, в принципе, по перформансу сравним с аналогичными имплементациями в других библиотеках. А для регрессии, для тех, кто любит предсказывать вместо классов какие-то конкретные чиселки, есть алгоритмы побратимы. Это KNN-регрессия, основанная на KNN. Линейная регрессия, у которой есть несколько способов подобрать коэффициенты. То есть это сами модели, да? А способов еще построить эти модели может быть тоже несколько. Но у нас чаще всего 1-2 имплементирован. Но можно себе представить, что для той же линейной регрессии 3-5-7 способов подобрать те коэффициенты, разные методы оптимизации. Это регрессия, основана на Decision Tree, Random Forest и еще такой отдельный метод Gradient Boost Tree. Это еще один специфический ансамбль, который является достаточно классическим. Он у нас просто приехал раньше, чем какой-то общий ансамбль. Ну вот он тоже есть. И кроме того, отдельно хотел сказать, что есть, в общем-то, очень достойная нейросеть. Единственное, что эта нейросеть состоит не из юнитов, из юнитов, скажем так, полносвязанных, dense, терминологии, там, Keras, если кто-то пользовался и так далее, это так называемый Multilayer Perceptron Neural Network. Соответственно, там есть не только наивная имплементация, которая есть, например, в SparkML. Ребята, когда делали, добавляли туда разные оптимизаторы, чтобы считать, даже оптимизироваться быстрее, чем у нас есть, например, в стахастическом градиентном спуске. Там определено несколько прикольных лосс-функций, о которых я уже говорил раньше. И вообще, в целом, у этого мультилейер перцептора могло быть большое будущее, то есть была идея строить на нем конвенционные нейросети, но пришло понимание, в тот момент, когда мы делали, что это требует очень много человека лет, а есть все-таки готовые фреймворки типа TensorFlow, PyTorch и так далее, с которыми, конечно, лучше пытаться интегрироваться и выступать, например, в качестве платформы для вычисления градиентов распределенно или чего-нибудь такого. Просто чтобы не утонуть просто в имплементации нейросетей, за ними очень сложно угнаться. В этом плане классические алгоритмы, они уже более-менее стабилизировались, и в этом плане имплементировать их немножко проще. И, соответственно, этот мультиплеер перцептор, он может решать определенный подкласс, опять же, задач, но он не является универсальной нейросетью, то есть на нем распознавать котиков от собачек все-таки не стоит, это не самый оптимальный способ. А вот, например, какие-то числовые задачи решать вполне себе. Достаточно производительно все это будет. Кроме того, как выглядит уже в коде непосредственно тренировка? Вот, предположим, у нас есть Apache Ignite, есть какие-то кэши, и мы должны построить partition-based dataset и на выходе получить какую-то модельку. Предположим, у нас уже есть какой-то Ignite кэш, в котором я уже подготовил какие-нибудь прекрасные вектора. Вот у меня есть, к примеру, я буду показывать вам сегодня примеры кода свои любимые. У меня есть туториал, который я писал на основе Titanic датасета. Там есть данные обо всех-всех пассажирах, которые были на «Титанике», которые дали, наверное, свои данные или которые попали в какие-то исторические хроники. Есть класс, который у них стоит,
условно говоря, выжил ты или погиб на Титанике, и много-много фич, порядка 15 фич, на основе которого вот этот датасет Титаник, он попал когда-то на Kaggle в качестве основы для соревнования, через которые многие, кто машин-лернеры, кто приходит на Kaggle, это сайт для тренировок по машинному обучению, стартуют с этого датасета. Соответственно, он знаком почти всем, поэтому я включил в качестве референса и туториал на нем, чтобы люди делали знакомые вещи со знакомыми данными и получали сходные какие-то значения, тренируя знакомые модели. Соответственно, предположим, мы зачитали этот датасет, заполнили наш кэш, и нам нужно дальше это немножечко отпроцессить. Это хорошо, если у нас это сразу уже лежит какой-то вектор. Я этот случай рассмотрю простой. В этой ситуации векторизация может быть очень финальная, простой. Я, например, хочу из 15 фич выбрать фичи с индексами 0, 5 и 6, и сделать фичу под индексом 1 меткой. Там так получилось, что метка является... метка выжил или нет, она лежит не в первой колонке, в текстовом, в CSV-файле, в котором этот датасет дистрибутируется. Я в коде сейчас не буду показывать, как эти вектора создавать очень подробно. Такой цели сейчас у меня нет, это в документации есть, там можно все это посмотреть. Далее, как мы строим модель? То есть мы определяем некого тренера, который будет строить decision tree. И задаем у него некие гиперпараметры. Ну, в данной ситуации 5 – это максимальная глубина дерева, 0 – это некий коэффициент расщепляемости, mean impurity. Ну, можете оставлять его дефолтным. Я его здесь оставил нулем. Соответственно, я хочу построить пока простую модель на трех фичах. И дерево мне большой глубины-то не нужно, вряд ли оно там будет какое-то чудовищное. Скорее всего, 5 или даже 4 – это оптимальная глубина. Далее я строю модель. Каким образом? Я говорю, на тренере вызываю метод fit, тоже стандартная такая сигнатура для всех фреймворков машинного обучения. Что я ему подкладываю? Я ему даю ignite, где-то там раньше определенный. Я ему даю data cache, который заполнен данными, и даю векторайзер, который, ну, по сути, делает проекцию из исходного кэша там уже на те вектора, которые там нужны. Как это внутри все имплементировано, касаться не буду, но скажу честно, что это что-то вроде вьюх над исходными векторами, чтобы безумное большое количество копирования не делать. Все это достаточно эффективно работает. Далее. Считаем, соответственно, accuracy, о которой я уже говорил. Что мы даем? Мы опять же даем этот самый data cache, мы даем модель, которую мы хотим оценить, исходный векторайзер, на его месте может быть любой другой препроцессор, ведь нам надо из исходного кэша точно так же вытащить фичи 0, 5 и 6. И даем, например, метрику. Это инстанс класса accuracy. Соответственно, ничто не мешает нам, у нас есть интерфейс-метрика со своими методами, ничто не мешает человеку написать свою метрику и подложить свой конкретный кастомный класс. Другой вопрос, что доставки этого кастомного класса на сервера будете заботиться уже вы сами. Ну, такая возможность есть, самое главное. Ну, грубо говоря, все те же... смотрите, наверное, эти задачи ограничены построением прогнозных моделей на данных, которые уже лежат в Apache Ignite. Однако я знаю людей, уже которые загружали данные специально в Apache Ignite, чтобы воспользоваться алгоритмами из этого фреймворка. До этого они у них лежали в Parquet-файлах и считали они модельку в SparkML. То есть вот для таких кейсов. В целом, если совсем абстрактно говорить, для почти любых ситуаций, когда вы хотели бы построить в Python модель машинного обучения, но ваши данные не влазят на один сервер, например. Вот. Ну вот для таких, например. Да, хороший вопрос, я его на две части разобью. По поводу, поддержите ли что-то, кроме SQL-таблиц. Я бы сказал, скорее SQL-таблицы не сильно поддерживаются, потому что со SQL все-таки, на мой, вот мое личное мнение, неангажированное, какая-то портянка последние пару лет. То есть я думал, что мы будем делать какую-то штуку, которая ориентируется на H2, будем подтягивать метаинформацию, наш датасет будет иметь какие-то колоночные имена и проекцию оттуда. Но видя... как идут изменения, видя, какие планы, да, будут на все это. Я бы сказал, что SQL-таблицы поддерживаются ограниченно. Я покажу сегодня пример с SQL-таблицей, он будет. Это вообще, наверное, никто его не видел никогда, но вот он существует. А как это все в binary object конвертируется. Но так как тут кое-что меняется, нельзя сказать, что именно SQL-таблицы работают хорошо. Хорошо работает на кэшах. Вот, на кэшах все отлично работает. С SQL-таблицами надо кое-что делать. И, наверное, люди, которые используют, могут столкнуться какими-то проблемами, не знаю, там, в конвертации данных. Вы все равно спрыгнете в более низкоуровневый код. Наверное, вот это для меня ищу. Теперь про MLOps. MLOps — это в целом, наверное, сейчас профессия или направление, когда вот модели, которые вы получили, вот эти вот
там, например, файлики или Java-объекты и так далее, а ты управляешь их версионированием, ты их в определенной среде деплоишь, то есть у тебя как будто студия такого DevOps'а, но только по управлению вот этими моделями машинного обучения, там, нейросетями или логистическими регрессиями. И у тебя на рабочем экране ты нажимаешь на кнопочки и говоришь, так, это сюда задеплоить, это сюда, вот так это примерно выглядит. И в этом плане ни с одной такой новой тулзой, они активно последний год появляются и пошли в народ. Я пока не интегрируюсь, вот, но смотрю на них активно. Вот, например, там у того же Spark есть, они отдали то ли в Eclipse, то ли в Linux Foundation такую вещь, как MLflow, и она сейчас, это, по сути, MLOps тула для очень-очень многих моделей машинного обучения, и надо туда, конечно, законтрибьютить и наши модели, это мне сейчас очевидно. Вот это open source, это тоже вещь. Она была раньше для Spark модели, а потом как-то вот они запилили поддержку для очень многих, и отдали по-честному не в Apache, правда, а вот в Linux. Linux или Eclipse, не помню. Какой-то Foundation. Наверное, Linux. Да я сомневаюсь, как бы, что пейпер вообще когда-то какой-то будет, на этой жизни не хватит пейперы писать. Вот. Я думаю, что будет какая-нибудь статья на медиуме про ANN, вот, потому что это и вообще про подобные алгоритмы. Вот. Просто я пошутил, что как бы алгоритм-то я изобрел, но пейпер я про него не написал и патент не сделаю. Ну, это, собственно, эвристика. Вот. Если бы я был в аспирантуре, наверное, я бы написал по нему пейпер. А так, когда мне это делать? Вот. Это так, минутка сожаления. Итак, препроцессоры. Чуть-чуть расскажу про них. Это такая самая для меня горячая область в том плане, что есть миллион планов, что туда можно добавлять, и оно ограничено только человеческой фантазией. Есть уже много прикольных препроцессоров, и про самые главные из них я сейчас буду рассказывать. Сейчас, секундочку. Соответственно, одной из стандартных техник является, скажем так, нормировка и центрирование данных. Ну, к примеру, тебе приходят строчки, в которых, например, даже вот в рамках самого вектора числа какие-то там в первом векторе от 1 до миллиона, во втором векторе это какие-то числа между 0,01 и 0,02, в третьем векторе они скачут тоже очень далеко. И вот как причем по строчкам, так и по колонкам. И вот есть разные техники, как все это превратить. Во-первых, в данные от 0 до 1, во-вторых, в данные, например, с нормальным распределением. И вот подобные техники, не буду вдаваться там в подробности, какая что делает, столкнетесь с этим, лучше все применить, как говорится, скопом. Это так называемая нормализация повекторная, когда вы приводите вектора к определенной норме, и это так называемый масштабирование, скейлинг. У него есть несколько разновидностей. Стандарт скейлинг, он нормализует каждую фичу, чтобы она имела стандартное отклонение и нулевое среднее. Это очень важно для многих алгоритмов. Они очень чувствительны к перекосам по фичам там, и так далее. Они там статистику какую-то накапливают, и желательно, чтобы все было гладенько. И, соответственно, есть еще min-max scaler, max-based scaler, и как бы они выравнивают немножечко по другим законам. Но суть в том, что они загоняют данные в определенные рамки. И, скажем так, как только ты по всем измерениям, а фичи — это просто измерения в многомерном пространстве, ты все это вот так вот загоняешь в квадратики от 0 до 1 еще с хорошими распределениями, алгоритмы, во-первых, шустрее начинают сходиться, очень многие, особенно итеративные, и, например, статистический градиентный спуск очень любит такие данные кушать. И вот учитывая потребность людей в хороших гладких данных, это можно, конечно, делать ручками, если вам очень нравится, или вы используете какую-нибудь статистическую библиотеку. Но фишка-то в чем? Фишка в том, что, например, если там какой-нибудь нормалайзер, ему нужно знание только об одной строке, то стандарт скейлеру ему нужно накопить статистику вокруг всего датасета. А это уже подразумевает какие-то распределенные вычисления. Поэтому вместо того, чтобы это делать руками самому, конечно, лучше пользоваться чем-то, скажем так, из стандартной библиотеки. В этом и была цель, то есть подготовить несколько, может быть, референсных имплементаций, которыми люди будут пользоваться или на их основе какие-нибудь свои сделают. Но, опять же, о том, чтобы эти классы были доставлены, соответственно, на все сервера, будьте заботиться, опять же, уже вы. Так как Ignite очень к этому чувствителен, все-таки, к загрузке классов, все-таки хотелось бы побольше наклепать их с этой стороны. Я думаю, еще будем делать. Например, там месяцы, январь, февраль, март, апрель и так далее. И вы хотите ему сопоставить числа какие-то, и причем сохранить информацию, что, например, январь — это 0, а февраль — это 1 и так далее. Или второй вариант. Вы хотите не один столбик иметь, а 12 столбиков, где на соответствующей позиции месяца будет стоять единичка, а во всех остальных нули. И, соответственно, если у вас, например, встретился в Янаме, там, January в какой-то строке, там будет стоять единичка в первой колонке. А если у вас February в какой-то строке, то единичка во второй колонке. То есть при этом это взаимоисключающие положения, то есть нигде не будет
в него новые колонки. Это очень большая неожиданность для многих, что там странно. Я применил технику, которая добавляет новые колонки, и она добавила, блин, новые колонки. И у вас вектор длины там был 9, стал 13, или там 15, или 26. И как бы это может повлиять на количество оккупируемой памяти и так далее. Ну, то есть это очень существенные тоже моменты. Как это все вместе может выглядеть? Изначально, скажем так, by design, это было решено следующее, что, скажем так, вычисления будут ленивыми в каком-то смысле, будут происходить непосредственно в момент тренировки. То есть вы можете накидать цепочку из препроцессоров. Как это выглядит? Есть препроцессор 1. Вот, например, на следующем слайде вы видите, первый препроцессор называется Imputer Trainer. Мы строим препроцессор как? Берем данные, опять же, учимся на них, и Imputer Trainer что он делает? Он для пропущенных значений вычисляет на всем, например, в какой-то колонке есть пропущенные, на null стоят. Вам надо придумать, чем их заполнить. Например, средним. Вам для этого нужно по всем данным вычислить среднее, это распределенное вычисление, и, например, воткнуть в эту колонку. И вот вы получили какой-то первый препроцессор. Там лежит знание. Знание только лежит о том, что, смотри, для колонки А у вас есть среднее значение 0,5, им надо заполнять. Но он еще не трансформирует данные и не заполняет. Вот это вот тоже тонкий момент. Вот в этом ленивость этих вычислений. Дальше вы передаете этот препроцессор во второй препроцессор. Он, если нужно, там, соответственно, все эти, и он еще раз проходит со всеми этими вычислениями, дергает предыдущий препроцессор и понимает, для своих вычислений, то есть для него эта модель, он не трансформированный данный берет, он в этот момент их преобразует, делает какие-то вещи. Дальше вы это подаете на вход следующему препроцессору, и так далее, это может идти до тренера. Может быть цепочка из большого количества препроцессоров, достаточно длинная, и вот в тренере эта цепочка, этот набор фактов, он выполнится в нужный момент. Понимаете? И это было сделано для того, чтобы не плодить по ненужности большое количество копий данных, которые будут, например, не знаю, по недомыслию оставаться в памяти. Такая модель была данных принята. С ней можно там спорить или нет, но вот она такая. Препроцессоры — это, по сути, когда вы тренируете, делаете фит, у нас нет оператора transform, да, применить его к данным, apply здесь. Я думаю, что это некоторая недоработка, она, наверное, в будущем появится, потому что я могу себе представить кейсы, где людям не надо тренироваться, но нужно только подготовить данные и выплюнуть их в кэш. Но вот на данный момент такого функционала нет. То есть процессоры — это такие ленивые предподготовители, которые будут дернуты несколько позднее. Причем они будут дернуты уже там, внутри тренера, первый раз, самый первый раз, обратите внимание. И там уже вся эта цепочка вычислений умным образом полетит. По сути, как набор лямбд, которые друг за другом выполняются. Пойдем дальше. Это все про препроцессоры, я сильно долго тут не буду распинаться. Там еще есть некоторое количество, их там штук 6 или 8. Я думаю, там доведем их количество до 15, чтобы иметь некоторый паритет со SparkML, там препроцессоров побольше. Это, наверное, единственное, в чем мы уступаем SparkML там, по алгоритмам. Это несколько меньшее количество препроцессоров. Скажу честно, что количество препроцессоров напрямую зависит от степени интегрируемости с SQL, потому что очень делать препроцессоры на индексах колонок не очень удобно. Конечно, хочется их делать уже на настоящих SQL-таблицах. Но я думаю, что пока здесь мы будем ждать, пока новый, совершенно новый SQL полностью поедет, и можно будет из планера таскать много разной прикольной информации. Но я так это вижу. Соответственно, пойдем дальше. Посмотрим на какой-то уже конкретный алгоритм. Я покажу какой-то один алгоритм, который пришлось распределять. Распределял его замечательный Антон Дмитриев, нашел замечательно крутую имплементацию, поэтому посвящаю этот слайд ему. Что здесь было? У нас есть способ подбирания коэффициентов линейной регрессии. Где-то внутри формируется вот это некий псевдокод, который мы нашли в какой-то статье. И он вовсе не был распределенным, условно говоря. То есть некий псевдокод, хорошая процедура, которая за короткое количество времени сводится. И ядром этой процедуры является, если кому-то это покажется знакомым, так называемая процедура бидиагонализации. Это очень похоже на алгоритм Single Value Decomposition, SVD. Который сделан через MapReduce при этом. Ну вот, вдруг кто-то чем-то таким занимался. Это что-то из матричной алгебры, да, разложение матрицы на подматрицы. И вот здесь что-то похожее происходит. И суть, например, работы была в том, чтобы проанализировать этот псевдокод, найти те места, которые могут быть распределены, что, например, Антон с успехом в свое время и сделал. То есть он провел анализ псевдохода, разложил это на две MapReduce стадии, и их всего две, их не там не N. Соответственно, на каждой MapReduce стадии это делится на некоторое количество партиций, и вот все эти операции, они из-за того, что они распадаются в некую сумму операций, каждый из этих, и эта сумма
как следствие, аддитивно, да, MapReduce такие алгоритмы любит, это можно выполнить все на отдельных партициях. Вот так я просто хотел приоткрыть, как примерно происходил анализ и имплементация. То есть вы брали какой-то псевдокод, смотрели, что можно распределить, и это распределение было в своем смысле уникальным. В том плане, что мы не находили какую-то статью, как распределить этот алгоритм. Не было такой статьи. Мы сидели и сами его распределяли. И думали о корректности, да, там рассматривали эти строчки. Ну, благо, во многих ситуациях корректность достаточно просто показывается. Но, опять же, пейперов, почему это распределение корректно, нет каких-то ограниченных вещей, мы не публиковали. И, ну, нет таких пейперов. И в других фреймворках. То есть тот же SparkML, он не покрыт пейперами со всех сторон, народ пользуется. То есть это не проблема для того, чтобы заниматься распределенным машинным обучением. Отсутствие пейперов на эту тему. А, далее. Основная рабочая лошадка — это метод оптимизации, классический, еще из универа тоже, стахастический гранитный спуск. Что он делает? А он делает очень интересную вещь. Предположим, у вас, опять же, есть модель линейной регрессии. В ней вот есть эти коэффициентики выиты, и вам их нужно поискать. Что можно сделать? Как я уже говорил, у нас есть лосс-функция, которую мы хотим минимизировать. То есть нам нужно, чтобы отклонение точек от вот построенной прямой было минимальным. То есть у нас есть какая-то квадратичная функция на минимум. Как доставить такой функции минимум? Надо запустить на ней стахастический градиентный спуск. То есть если представить себе это такое, какую-то такую гиперплоскость, по которой катится шарик, он пытается найти минимум этой гиперплоскости. И вот, например, стахастический градиентный спуск говорит так: ищи вот тут в каждой точке направление, по которому ты быстрее всего будешь катиться, и вот в этом направлении катись. Ну, вот так примерно это и выглядит. Нужно было еще какую-нибудь визуализацию, наверное, красивую здесь. Вот. Она будет чуть попозже. Я вспомнил, она есть на слайдах. И так получилось, что вот эта формула вычисления градиента, так оказалось, что это просто, по сути, определенно вычисляется вот такого расписывания этой формулы, что, условно говоря, вот такой градиент равен сумме вот таких вот градиентов, которые мы легко можем уже посчитать. И вот это и дает ключ к тому, чтобы написать его распределенную версию. То есть мы пишем не какую-то высокоуровневую распределенную вещь, а более низкоуровневый распределенный движок для метода оптимизации, который вот он распределен. В нем основная суть вычислений. Как это дальше происходит? Вот, например, я обещал красивую анимашку. Сейчас она еще раз запустится. Вот у нас некая точка в правом углу, с которой мы начинаем постепенно делать шаги и скатываемся вниз вот этого седла. И вот справа у нас как раз, собственно, кривая постепенно, ее коэффициенты подбираются все более-более правильным, и в точке минимума, но они практически аппроксимируют вот эти вот точки с небольшим шумом, которые здесь были. Вот так это примерно выглядит, например, в ходе визуализации. Как это выглядит в псевдокоде? Берем какую-нибудь написанную SGD в псевдокоде из Википедии. Так, наверное, было в этой ситуации. Находим в нем всю соль всех вычислений. Не знаю, подебажьте или проанализируйте глазками. И мы понимаем, что вся соль вычислений находится в этой строке. Когда мы апдейтим наш набор весов, мы говорим так: давай, у нас на предыдущем шаге был такой набор весов, надо из него вычесть некую альфу, ну тут это S, умноженное на вычисленный градиент. Вот это и нужно распределять. Все остальное это клиентский, условно говоря, код. И вот, собственно, вот этот оператор вычисления градиента, он занимает 99,9 там, в периоде всех этих вычислений. Именно его распределением мы и занимаемся. Мы не пытаемся распределить какой-то более высокоуровневый кусок кода. И вот этот вот SGD оказался очень крутой рабочей лошадкой. То есть у нас он под капотом, например, таких алгоритмов, как логистическая регрессия, как нейронные сети, линейная регрессия. Один из тренеров — это метод SVM. В том или ином виде это вот оно. Это вот такой вот метод. То есть сделав эту задачу однажды, мы получаем, по сути, готовый решатель распределенный сразу для многих моделей. Это крутая экономия, на самом деле, вместо того, чтобы делать это все с чистого листа каждый раз. Это то, что касается тренировок. Соответственно, вот в этом месте я хотел бы, наверное, отдельно остановиться. Если у кого-то из вас есть какая-то такая потенция, вы писали когда-то сами алгоритм машинного обучения ручками, и вас тем более интересовало, как сделать распределенную версию какого-то алгоритма. Алгоритм машинного обучения в этом плане не отличаются от каких-нибудь там алгоритмов консенсуса или еще чего-то. Это просто, блин, алгоритмы. И наша цель — написать их корректные распределенные версии. Где-то взять готовые, если есть готовый пейпер. Если вы находите какой-нибудь алгоритм машинного обучения, для которого есть пейпер, в котором это все расписано, класс, можно прийти и завести тикет, сказать, вот смотрите, что я нашел, можно начать какую-то дискуссию, даже за находку будет большое спасибо. Или вы понимаете, что там у нас какая-нибудь наивная имплементация, а вы нашли какую-то статью, или она вышла. То есть какой-нибудь ученый подсуетился, написал статью, и там все доказано, например, это воспроизводимо. Это тоже хорошая история. То есть вот такой контрибьюшн, он тоже приветствуется.
Соответственно, вот эта часть работы, она очень интересная. Единственное, что надо понимать, что там, в 2020 году уже очень много работы проделано, и очень мало алгоритмов машинного обучения осталось неохваченными и, соответственно, не распыленными. Можно искать более лучшие версии. То есть основной упор здесь уже не здесь лежит в 2020-м и последующие годы. Здесь уже сделано достаточно много, и этих моделей хватает, чтобы покрывать именно те задачи, которые у людей возникают. Нет каких-то еще более суперкрутых, которые бы мы вот там дико забыли бы покрыть. Обычно этот джентльменский набор, он есть. Вот, весь вопрос, что с этим дальше можно делать. Давайте смотреть. Самое главное, ресталище развивается на том, как оценить, насколько хороша ваша модель. Соответственно, есть классический метод, и у нас он тоже поддерживается. Это так называемая K-fold кросс-валидация. В чем штука? Пилите ваш датасет, например, на 10 кусков, откладываете желтенький кусочек в сторонку, а на синеньком тренируетесь. Сделали модельку, проверились на желтеньком, то есть вы в желтенький засунули, про него модель не знает ничего, она на нем не училась. Она такая, ага, accuracy 0.8. Вы говорите, окей, запомним этот твит, уводим это в сторону, берем снова второй кусочек и убираем его, тренируемся на 9 других. Получается какая-то модель. А снова проверяем на выкинутом кусочке, получается 0.85. Запоминаем, у нас уже есть оценки 0.8, 0.85 для модели. И вот так вот, перетасовывая данные, мы получаем набор из 10 оценок. Усредняя их, мы получаем типа какую-то более справедливую оценку. Про это есть там условно, есть много таких техник. Кто-то говорит, давайте пилить не на 10 кусков, а на 5, на 3. А давайте по отдельности выкидывать отдельный образец. Если у вас миллион строчек, сделаем миллион таких тренировок. Ну, в общем, в зависимости от того, насколько у вас много денег на амазоновский кластер, в общем, можете увлекаться сколько хотите. Это K-fold кросс-валидация тоже поддерживается для оценки качества модели, но чаще для простых историй, для прототипирования хватает более простых вещей. Это стандартный эвалюатор, который считает вот, набор метрик, который у нас тоже есть. И чем крут релиз 2.8, метрики у нас вот в 2.7 были, они считались все на клиенте. У меня такое было, что нужно было прислать, получается, все предсказанные метки на клиент и все, понятно, метки, которые были изначально, чтобы сравнить, посчитать качество модели. И вот бывало, что клиент, ну, если у вас он был не сильно жирный, он мог просто рухнуть. То есть, ну, представляете, метки от всех строк, которые датасет распылен, приехали на клиент. Мы пока в продакшн с этим не вышли, мы не понимали, в чем тут соль как-то. Ну, и просто такие метрики было сделать быстрее. Это было вот, ну, такое, типа, ну, не присылайте все данные, давайте сравним на подмножестве. Это была такая наивная имплементация. Сейчас у нас полностью распределенные метки. Они считаются тоже корректно по партициям и дальше сводятся в единую статистику на клиент. То есть на клиент метки не летят. Кто на старых версиях работал, может быть, сталкивался с такими вещами. Вот сейчас таких вещей нет. Однако бывает, что вот этой вот K-fold кросс-валидации вам недостаточно. Вы хотите более продвинутые техники тюнинга гиперпараметров. То есть кто-то делает это в цикле сам ручками, например, типа перебрать всевозможные глубины дерева от 1 до 100, и фор от 1 до 100 фигачит, 100 тренировок. А можно попробовать сделать это программно, и вот здесь вот смешиваются две вещи, которые называются Pipeline API и ParamGrid. Что это такое? Pipeline API — это попытка построить декларативно все степени очистки, так сказать, вашего подсолнечного масла и завершить это все тренером. То есть мы видим, что код с какого-то предыдущего слайда схлопнулся. Мы собрали вместе векторайзер, импьютер трейнер, min-max scaler трейнер, decision tree classification трейнер и пока никаких препроцессоров не запускаем, не строим, да, там, ничего не делаем. Дальше мы говорим, что мы хотим перебрать, например, для дерева, перебрать различные глубины дерева, например, 1, 2, 3, 4, 5 и 10. А для второго параметра хотим получить значение 0, 0,25, 0,5. Это все для дерева. Мы перебираем, получается, сколько у нас? 6 значений первого параметра, гиперпараметра, и 3 значения второго. 6, 3, 18 тренировок. Если перебирать это все в лоб, как, например, вот SparkML, там реализован перебор в лоб, то есть все 18 вариантов перебираются. У нас такая тоже есть вещь, она называется brute force стратегия, то есть ты делаешь 18 тренировок, смотришь на всю статистику, выбираешь там на лучшую модель, сравнивая все 18 результатов. Но есть разные способы, особенно если у вас, например, у вас там 10 гиперпараметров, у каждого по 100 значений, да, у вас, например, там, не знаю, 100 тысяч сочетаний гиперпараметров, вы не хотите их все перебирать. Есть разные способы дискретной оптимизации. Уже как корректно искать в пространстве гиперпараметров, чтобы не тренироваться 100 тысяч раз. Как вот, например, ты типа потренировался на сочетании параметров 1, 2, 7 и 68, и, наверное, будет хорошим вариантом потренироваться на 1, 2, 7 и 69, а не делать следующий какой-нибудь непонятный прыжок.
И вот, в частности, я покажу кусочек кода, где я использую генетические алгоритмы, это один из методов дискретной оптимизации, для того, чтобы не перебирать все пространство, все возможные сочетания, а, скажем так, при помощи хитрой техники перебирать как можно меньше. Ну, это неплохая техника, она на больших наборах, на большом количестве тренировок сходится значительно быстрее, к хорошему результату. Вот, есть также так называемый random search, когда ты, скажем так, рандомно прыгаешь по этому набору сочетаний параметров, не больше, например, k раз. Говоришь, окей, я не знаю, насколько хороший результат будет, рандомно меняй параметры, не перебирай их друг за другом по сетке, а рандомно где-то прыгай, как хочешь, но вот 100 прыжков тебе разрешаю, запомни самую лучшую модель. Такая стратегия тоже есть. Вообще есть миллиард способов все это тюнить, и на Java таких вещей, в принципе, доступных нет. Есть на Python замечательный фреймворк HyperOpt, тоже сейчас интенсивно развивается. Его питонисты используют, например, там тоже для настройки гиперпараметров. TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn и многих-многих других фреймворков. Вот в каком-то смысле у нас вот этот вот HyperOpt, он как бы встроен в набор фреймворка. Он не релизится как отдельная библиотека. Это вот штука, которая происходит внутри вот этого самого пайплайна. Я покажу потом код. Здесь, конечно, не все приведено, но чтобы вы видели. Ну, здесь я буквально коротко показываю схему генетического алгоритма. У нас, по сути, в качестве популяции выступают значения гиперпараметров, вот эти вот вектор гиперпараметров, другой вектор гиперпараметров, мы их между собой скрещиваем, мутируем местами и оцениваем то, насколько хорошая получилась модель в результате тренировки с этими гиперпараметрами. Если очень хорошей, мы эти гиперпараметры размножаем, условно говоря, и дальше скрещиваем с кем-нибудь. То есть успешные модели становятся родителями других успешных моделей. Звучит как-то интересно. Но в этом примерно суть этого алгоритма. И все это вместе собирается при помощи еще супермощной кросс-валидации. Здесь у вас, наверное, уже поплыли мозги, что там делается. Я обещаю в коде показать весь кусок. Я бы сказал так, в эти штуки нужно лезть, когда вы хотите получить очень хорошие модели, и у вас очень много кластерных ресурсов. И в этом плане вот есть суперметод, который называется Tune Hyperparameters, он запускает под капотом очень много тренировок. Это очень тяжелый метод, надо понимать. Он очень сильно грузит кластер. Если вы к этому готовы, пожалуйста, вперед. Если нет, используйте простые методы типа из эвалюатора оценить нашу модельку с простой метрикой. Без каких-то перетасовок и кучи тренировок. Просто оценить то, что получилось. Или перебирать гиперпараметры ручками. Это тоже вариант. Но очень редко вам на кластере понадобится тюнить. Это потому что это дорого. Чаще это все-таки делают на каком-то кусочке данных дата-сайентисты. Но если вдруг пришлось, если вот это единственный ваш инструмент, пожалуйста, у нас эта вещь имеется. Следующий значимая фича, которая в 2.8 появилась, круто работает, и которой нет практически нигде. В распыленном виде ее, короче, нет нигде. Только у нас. Только в Apache Ignite ML. Spark ML не смог в это. Вот. Это персональная гордость нашего фреймворка. Это ансамбль моделей. В чем суть? Есть такой сайт, Kaggle, вот, на котором Kaggle, он пишется на нем, тренируются все люди, которые занимаются машинным обучением. Если вы им собираетесь заниматься, но никогда про него не слышали, это очень плохо. Надо на него сходить, зарегаться, поучаствовать в соревновашках. И уже очень-очень много лет там не побеждают модели, которые вот потренированы в лоб на данных, типа одна логистическая регрессия, или одно дерево, или там даже пять деревьев. Всегда побеждают ансамбли. Как там выглядит, например? Какой-то чувак придумал свою модельку, натренировал. Она у него на какие-то вещи лучше реагирует. У другого на какие-то другие вещи. Потом они объединяют это в ансамбль, и что дальше происходит? Например, у вас, например, вот на этой картинке что мы видим? У нас есть вместе нейронная сеть, например, какая-то, которая переобучается, логистическая регрессия, которая недообучается. Но вот если они вместе, еще какая-нибудь там третья модель, они вместе, например, дают на вход точку. Нейронная сеть говорит, это класс 1, логистическая регрессия говорит, это класс 2, и decision tree говорит, класс 2. Из них большинство, как выборщики в США, голосуют и говорят, ага, ну, 2 из 3 решили, что это класс 2. Вот такой вот прикол, то есть соборность, самодержавие, народность, можно сказать, и модели голосуют таким образом. И можно тренировать очень много простых моделей, которые вместе, голосуя, создадут очень крутую ансамбль, и он будет называться сильным классификатором. То есть сама идея в том, что тренируешь кучу слабых классификаторов задешево, но голосуя вместе, они сила, как бы идея в этом. И это иногда выгоднее, чем тренировать какую-то очень тяжелую модель, очень сложную вычислительно, вот, но которая не будет достигать такой выразительности. Так бывает и в машинном обучении. И вот эта вот идея не собирать ансамбль в коде ручками, а получить готовую инфраструктуру, нормально, которая работает со всеми дженериками, типами, классами и так далее. Вот, в этом и была цель
ансамбли, которые мы в Apache Ignite внедрили. И мы поддержим все ансамбли, которые вот общепопулярно известны. Первый из них — это бэггинг, когда ты пилишь, условно говоря, данные на кусочки, багеты, скажем так, некого подразмера, на них тренируешь модели и дальше вместе собираешь, например, усредняешь их прогноз или большинство голосует. Это бэггинг. Random Forest, например, ансамбль лес деревьев, он так и устроен. Он тренируется не на всех данных, а, например, на 33% произвольно выбранных. То есть не на одной, например, если у тебя 100 деревьев, они не тренируются на одной сотой порции, не в этом идея. Каждый на одной 33-й, то есть на достаточно значительной доле данных, но на разных. И они как бы выучивают немножко разные вещи, и вместе соборно, когда голосуют, становятся очень выразительными. При этом каждое дерево тренируется не на всех данных, как следствие, оно достаточно сравнительно быстро тренируется. Это один способ их организовать. Тут уже, знаете, теория электрических цепей какая-то подключается. Вот можно параллельно подсоединить, и потом они проголосуют. Можно сделать последовательно их подсоединить. Это так называемый бустинг, когда сначала мы тренируем первую модель, подаем то, к чему она обучилась, на вход второй модели, то есть последовательно они тренируются, здесь их нельзя распараллелить, она чего-то выучивает, подает на вход третья и так далее. Вот так они обмениваются информацией последовательно. Есть самый крутой метод, он мне вообще очень нравится, и пример с ним я, может быть, успею сегодня показать, может нет, уже куча времени прошло. Вот, это стекинг. В чем идея? Суть в том, что вы учите какие-то простые модели, например, вырастили три дерева на низком уровне, а дальше вот то, что эти деревья предсказывают, вы даете на... Не пытайтесь вместе как-то вычислить среднее или как-то проголосовать, вы даете на вход другой модели, которая учится не на данных, а на выходах этой модели. Это называется стекинг, например, логистическая регрессия над деревьями. Это безумно эффективно, я помню, там в каком-нибудь 2014-2018 стакать модели и бустить их, да, это было самое модное, что делали на Кегле, вот говоря на жаргонизме, то есть, и я, в принципе, участвовал в каком-то соревновании, я стакал модели, тренировался на Apache Ignite, брал датасет, заливал его и, собственно, так проверял работоспособность ансамбля, то есть вполне себе приличные модельки получались. Конечно, золото я там не завоевал, но все же, как бы, цель такой не было, цель была проверить, что у нас есть все то же самое, а что и, например, в питоновском фреймворке, что касается ансамблей. И, может быть, даже уже и лучше. Я там не сравнивал референс. В этом плане это наше такое в ноу-хау. И уж тем более в распределенном виде, вот, например, у нас очень хорошо работает бэггинг в распределенном виде. Очень клево там все перемешивается, копируется и так далее. Очень клевая имплементация. Ее мы делали на основе одного клевого пейпера. Вот, я не видел, чтобы кто-то еще на основе этого пейпера или что-то подобное делал в других фреймворках, во Флинке или в Спарке, в известных мне имплементациях. Может, где-то кто-то закрыто делает, но под Apache такого нет. Как этот код выглядит? Вот у нас, например, два дерева. Мы определили их тренера. Дальше мы определяем тренер над ними, логистическую регрессию, и заворачиваем все это в stacked model. Мы говорим, что у нас, условно говоря, мы ожидаем double output'ы из двух тренеров низкого уровня, и на них, пожалуйста, тренируйся. Ну, вот примерно так этот выглядит код, который стакает. Понятно, что можно попытаться построить еще более древовидные иерархии моделей. Я не пытался, честное слово, но я не исключаю, что так все клево написано, что можно будет совместить наш бэггинг с каким-нибудь стекингом, все это внутрь просунуть, потому что там очень долго... Вот у нас был любитель дженериков Артем Малых, и вот очень-очень... Малых. Вот, он очень круто там все замутил, что я наделал кучу примеров, и все они работали. Вот, в смысле, не было никаких проблем. То есть все очень клево с типами. Обрабатывать — это действительно вызов. То есть на питоне таких проблем нет. Сделать на Java, что все эти типы очень хорошо друг в друга конвертились и так далее, это целое было искусство. Вот в этом плане тоже очень хорошее изделие. Ну и последняя экспериментальная фича. Я скажу честно, ее можно использовать в продакшене, конечно, она ничего не сломает, не убьет, но тут вопрос в том, что она еще не получила финальное свое развитие. Это элементы онлайн-машинного обучения. Идея в чем? У тебя, например, есть какая-то модель, которую ты, например, натренировал, не знаю, где-нибудь в Спарке. Загрузил ее в Apache Ignite. А дальше тебе приходят какие-нибудь через Kafka какой-нибудь стример, какие-нибудь новые данные из Kafka. Ты хочешь на этих данных дообучать и объединять предыдущие версии модели, чтобы и старое знание не терялось, и не обучаться снова и на старых, и на новых данных. И вот у нас есть такой способ. Вот, например, мы обучили предыдущую модель где-нибудь на каком-нибудь кэше, например, Data Cache 1, потренировали, получили модель 2. А вот модель 1, простите. А модель 2 мы получаем следующим образом. Мы берем модель 1, добавляем к ней второй какой-нибудь кэш, где какая-то новая порция данных лежит. И, например, соответственно, учитывая знание первой, по определенным законам учим вторую и их мержим. Вот
то, как мержить модели, это целое искусство. Здесь никакого финального слова не сказано. То есть каждый мержит модели, как бог на душу положит. Как смержить две линейных регрессии, это еще очень даже творческая задача. Очень многими методами их можно смержить. Это миллион есть способов, как это делать. Вот у нас некие базовые поддерживаются. Я думаю, что здесь еще можно много чего прикольного придумать. Соответственно, я думаю, это очень перспективная ветка функционала, которую тоже нужно развивать. Вот как минимум потому, что Ignite очень хорош для того, чтобы в него горяченько лить. Вот я считаю, что этот функционал тоже пригодится. Ну и последняя такая вещь в презентации — это, соответственно, использование Apache Ignite не для тренировки, а для только как платформы для предсказаний. Например, на тех данных, которые в Apache Ignite лежат, мы можем загружать модели, тренированные в других системах. Например, это какие системы? Например, это XGBoost, очень известный фреймворк, который строит специальные подвиды клевых деревьев. Это модель, натренированная в Spark. Я тоже покажу кусочек кода с ними. И, например, во фреймворке я беру в основном JVM-ные, как бы фреймворки, которые имеют JVM-ные реализации. И H2O, потому что можно там какие-нибудь dependency их подключить, модель корректно распарсить. И причем вот H2O Model Parser пришли чуваки из компании H2O, и они сами его законтрибьютили нам, потому что хотели, видимо, как-то использовать это на Ignite для того, чтобы делать предсказания. Не знаю, где-то. И что им нужен был этот inference. То есть это, например, там, не мы делали, это делали чуваки извне комьюнити. Сделав контрибьюцию, вы навсегда остаетесь в комьюнити, так сказать. Один из кейсов, который мне тоже очень понравился, который, вот, например, я делал, год, наверное, где-то назад, это загрузка моделей Spark. Как это выглядит? Вы в Spark, неважно в каком, потренировались, и там есть способ Save Model, нативный спарковский, спарковская сериализация, по сути. Он сохраняет модели в паркет файл. Я вот этот паркет файл парсю, и, в общем-то, вне зависимости от версии Spark, потому что у них там представление модели-то особо не меняется, я данные туда достаю и инициализирую наши модели. Там, где наши модели друг другу соответствуют. Потому что, конечно, они не один в один и не везде соответствуют, но там, я нашел, условно говоря, 13 из 15 моделей, которые соответствуют, вот они грузятся и работают. Как это выглядит? Например, вот код на Spark. Вы похожим образом там построили, тоже зачитали данные из Титаника, сказали, какие фичи хотите использовать, потренировали какой-нибудь Gradient Boosted 3 Classifier, и дальше вы вот при помощи метода save сохранили это в какую-то директорию. Дальше я в Apache Ignite беру, зачитываю какие-нибудь данные, на которых я хочу предсказать, ну, например, те же самые или еще какие-нибудь другие данные с пассажирами с Титаника. После этого делаю из них, загружаю через Spark Model Parser, указываю ей путь к этому паркет файлу, выбираю тип модели, который у нас поддерживается, желательно, чтобы как бы они совпадали, если у вас там Gradient Boosted 3 лежит, чтобы вы выбрали Supported Spark Models, то есть автоматически мы не умеем определять, потому что там очень много похожих вещей разных спарковских моделей, поэтому желательно твердо сказать, какую модель вы хотите загрузить, и даже если это одна модель, или даже это какой-то ансамбль моделей, который поддерживается Spark'ом, там есть ограниченный набор ансамблей, мы это попробуем сконвертировать, и, скорее всего, все сконвертится. То есть я делал много тестов на Spark 2.3, 2.4, вот на очереди Spark 3.0. То есть тут нет какой-то привязки, вы не тащите спарковский рантайм. Это чисто, ребята, парсинг файлов. То есть все по-честному, вам нужны просто файлики, вам не нужен здесь Spark. И это очень клевая тоже история в том плане, что если вы, например, мигрируете со Spark в Ignite, такие кейсы тоже имеются. И дальше вы спокойно, например, можете делать prediction на этой модели. Это честная модель, она ничем не отличается. Ее можно даже апдейтить, если нужно. Ее можно оценивать, можно данные из нее достать и даже попытаться дотренировать. В общем, все, что вы хотите. То есть это честная модель будет загружена, и она будет давать, в принципе, те же сходные результаты в тех случаях, когда у нас модели один в один совпадают со Spark. Могут чуть отличаться в всех ситуациях, в которых модели не один в один, там каких-нибудь коэффициентов поправочных нет. Но это в документации тоже все сказано. Как я это вижу? Типа, в принципе, вы можете замутить какие-то невероятные архитектуры. Например, используйте Spark, чтобы натренировать какое-нибудь дерево, положить его в Ignite. А дальше вы делаете, используете мощь онлайн-лернинга, чтобы загружать порции данных, стримить из Kafka, из Flink'а тоже в Apache Ignite, и там тоже какую-то модель апдейтить, этими новыми апдейтами апдейтить модель, которая есть в Spark'е. Почему? Почему мы этой фигней занимаемся в Apache Ignite? Потому что в Apache Spark'е нет онлайн-лернинга. Вы можете, например, для того, чтобы, то есть, как я это вижу, вы можете использовать Apache Ignite и Apache Ignite ML для того, чтобы делать онлайн-лернинг, даже когда у вас есть Spark кластер. То есть для таких вот, например, кейсов. То есть выходить за пределы Spark ML. Я так часто вспоминаю Spark ML,
Для тех, кто не в курсе, это тоже библиотека распределенного машинного обучения. В какой-то момент мы на нее очень сильно равнялись. Сначала мы ее догоняли, потом мы с ней играли в стратегический паритет, и потом в какой-то момент уже обогнали и оторвались, потому что она, скажем так, по фичам она достаточно давно стагнирует. Естественно, она является, как сам Apache Spark, где-то своей специфической, для своих специфических кейсов, но решаем мы задачи схожие. В этом плане мы, скажем так, конкуренты-друзья. То есть какие-то подходы, идеи имплементации, они схожи, могут быть. И мы смотрели где-то как референсы, я общался с ребятами, которые делают Spark ML, и рассказывал им, как мы какие-то вещи делаем на, там, на Apache-конференциях и так далее. Вот тут важно понимать, что сами по себе Spark и Ignite очень разные платформы, и при этом они тоже друг с другом как-то умеют интегрироваться, и эта вся история, это такой вот такой странный союз любви и дружбы, и где-то недоверия, может быть. Вот, в общем, их можно друг с другом интегрировать по разным направлениям, и вот по такому направлению в том числе. Я уже завершаюсь, немножко расскажу на тему следующих планов, куда все это идет. Соответственно, надо понимать, давайте я так коротко скажу, что присоединяйтесь в наше Apache Ignite Community, там куча народа, куча контрибьюторов. Над ML на данный момент трудилось до 10 человек, куча, вы можете стать 11, 12, 16, 17 и так далее. Очень хорошая ML-документация есть, она очень полная, она покрывает, наверное, все классы, которые есть, там, все главные методы, которые там имеются. Но вот то, что я сегодня рассказывал, на самом деле, там, на английском языке в документации по большей части написано, вы можете пойти туда, прочитать, там, дать заказчикам там, или еще что-нибудь такое. Также блокпосты — это еще один хороший источник получения информации. Я тоже готовлю тут парочку постов про перформанс, в том числе Apache Ignite. Вот сейчас делаю Apache Ignite ML, я имею в виду. Я делал исследование достаточно большое по перформансу, и вот оно не, тоже не получилось дико научным, но оно такое разработческим получилось. Вот я взял машинки, я запустил, я посчитал. Я хочу этими результатами поделиться. Сейчас статья на ревью, я думаю, через какой-то период времени она появится у меня в блоге, и мы ее тоже всюду растрибутируем. У вас будут какие-то числа, которые позволят понимать, насколько это вас устраивает, эта скорость тренировки, эти масштабы тренировки или нет. То есть, может быть, это вау, может быть, это там недостаточно для ваших каких-то вещей. В любом случае, у вас будут какие-то числа, от которых можно будет оттолкнуться. А, соответственно, по планам. Я сейчас перейду к вопросам в чате, если они там накопились. Сейчас я про планы расскажу, и мы сделаем перерывчик небольшой. Я сейчас активно работаю над следующей фичой. Это Model Export-Import. Это использование формата такого PMML, чтобы можно было, например, модели откуда-нибудь из Scikit-Learn импортировать к нам, и нам туда в Scikit-Learn импортировать, чтобы дата-сайентисту отдать и работать. Это импорт в человекочитаемый формат, в JSON, например. То есть эти вещи, они, в принципе, уже готовы для всех моделей, но там они, скажем так, сыроваты, отлеживаются, я пишу тесты, примеры и так далее. То есть эти вещи, наверное, выйдут в следующем релизе почти точно. Также хочу продолжить работу над SQL-интеграцией и элементами, скажем так, AutoML, ну, для тех, кто интересуется, чтобы, в общем, Apache Ignite сам за вас еще гиперпараметры все подбирал, говорил, вот модель лучше, ничего не трогай. Это вот, вот такие вот техники, они тоже очень прикольные. Но, типа, она бы давала, например, там, я сожру столько у вас кластерных ресурсов. Не знаю, получится или нет, но было бы очень интересно построить. И, конечно, есть много всяких тасок для начинающих. Есть ньюби-тикеты, есть некоторое количество еще не взятых ньюби-тикетов. В целом у меня в бэклоге лежит порядка 30 или 40 тикетов. Если что-то интересно, приходите. Хотите сделать... Самый ход — это сделать какой-нибудь новый алгоритм и добавить. Инфраструктура готова. То есть добавлять новый алгоритм очень легко. Я могу дать несколько референсных, если вы придете с какой-то своей идеей, мы почти наверняка его добавим. То есть очень много было новых pull-реквестов со стороны от людей, которые вот именно алгоритм хотели добавить. Вот, приходите со своей идеей и добавляйте. То есть эта история очень хорошо работает. Соответственно, я сейчас скину в чат, чтобы у вас были, кроме того, что там презентажка. Сейчас, так. Подписывайтесь, в общем, на Twitter, на мой GitHub, в общем, на Telegram-канал и на YouTube. Давайте я сейчас почитаем вопросы, сделаем небольшой перерыв, и я ссылки хочу кинуть в чат, чтобы вы прямо сейчас зашли, такие типа, блин, Алексей столько всего рассказал, я вдохновлен, хочу читать его твиты про все что угодно, не знаю. Это шло, скажем так, исторически от самой природы данных, которые были нарезаны на кусочки, тренировать на отдельных как бы серверах и обмениваться через единый сервер. Была такая общая идея, мы ее хотели сделать. Скажем так, я бы сказал, в дискуссии победил тот подход, который победил.
Я сейчас не приведу все научные аргументы за него, но мы вопрос с параметр сервером тоже обсуждали. В тот момент архитектурно, скажем так, его впендюрить было очень тяжело, а проще вот было сделать, как мы сделали. Это стоило нам дешевле, я бы вот так сказал. По эффективности не сильно хуже, то есть это ложится скорее в концепт. Делаем все очень сильно по отдельности и собираем, то есть не добавляем новый суперфункционал, а те готовые тренеры, которые есть, просто собираем в некоторые граф вычислений. Это вот скорее сюда мачилось. Мы экономили силы. Я бы сказал, наверное, вот в этом было дело большей частью. Это хорошая тема. Вот. Я бы даже, было бы клево, на самом деле, если бы с таким вопросом пришли на DevList или даже мне написали письмо с хорошими референсами. Тут есть что обсудить. Я думаю, что как бы вообще подходы к тому, как строить ансамбли, есть как обсуждать. Вот. Нам, наверное, может быть, где-то нам хотелось выпендриться, я допускаю. Скажем так, есть байс-оптимизация. Это, видимо, имеется в виду для подбора гиперпараметров. У нас, если имелось в виду что-то другое, типа алгоритмы с наивным байсом, они у нас имеются. Вот, тоже своего рода оптимизация, да. Байс-оптимизация гиперпараметров у нас сейчас отсутствует. У меня на родмапе она была, но достаточно сильно далеко. Она клевая, я ее знаю. Просто ее, ну, скажем так, сделать в тот момент, когда я делал, было несколько сложнее, чем, например, на генетических алгоритмах. Но это клево, спасибо за вопрос, это классная тема. Я вижу, что, например, в том же гиперопте, по-моему, там очень много как раз байсовской оптимизации уделяется. Вот. Но тут, скажем так, тервер не моя суперсильная сторона. Я просто в силу своей научной специфики больше люблю алгоритмы дискретной оптимизации, чем всякие вероятностные методы, в том числе байсовские. Кстати, поэтому все байсовские алгоритмы машинного обучения у нас добавляли, например, другие люди, а, например, не я. Я сразу сказал честно, ребята, кто любит тервер, делайте вы, подсчитывайте вероятности сами. Так, надо вернуться. Давайте так, будет с этим пример, и я покажу в коде. Тут, понятно, на слайдах не все было видно, в коде будет интереснее. Я думаю, что некоторое количество времени потратим на код для тех, кто еще живой. Вот, минут 20 буквально, не буду запускать весь туториал, я запущу 2 или 3 примера, и посмотрим как раз ансамбли и тюнинг гиперпараметров ограничен. Ну, у нас тут все в лоб. Вот вы как смоделировали, какие модели вы засунете в стейкинг? Все можно засунуть в стейкинг. Там нет никаких ограничений. А какие вы засунете, такие будут. Какие эвристики. Вот смотрите, Чукча писатель фреймворков, Чукча не знаток машинного обучения. Как бы, какие сейчас современные техники наилучшим образом построить модель? Как бы, я, конечно, с ними знакомлюсь, но в повседневной практике я не занимаюсь непосредственно машинным обучением. Я занимаюсь написанием фреймворков машинного обучения. Вот, поэтому меня это чуть меньше интересует. Я не дам вам тут хороший ответ. Наверное, есть какая-нибудь хорошая статья на это. Ну, как я уже сказал, на последнюю часть вопроса отвечу. Это H2O, это XGBoost, самые клевые фреймворки. И я надеюсь, что если появится в 3, или какая будет следующая версия, 2.10 или 3, появится экспорт-импорт моделей, то можно будет спокойно с питоном, да, ну, со scikit-learn'ом, да, условно говоря, обмениваться моделями. У них свой, кстати, не очень удачный формат нативной питоновской реализации, сериализации. Это проблема, то есть никто не хочет использовать никакой международный формат, все пилят свой, и я в этом плане как бы больше за стандартизацию. Если был какой-нибудь единый универсальный, мы бы его и парсили, и в него бы и сохранялись. Я парочку таких нашел, но не все по этим правилам играют. Это, конечно, большая проблема. CPU поддерживается, скажем так, с GPU мы использовали, тут вся проблема в Java, да, сама Java не то чтобы дико крута на GPU, и у нас были эксперименты, так, отвечу, GPU и TPU не поддерживается, у нас, в принципе, нет нейросетей, и у нас вычисления не CPU-heavy, да, у нас дело не в количестве операций, которые нужно выполнить, у нас все время, все дело в том, что это вейтится на получение данных, то есть большую часть времени мы все равно проводим в операциях над данными, и вот в плане классического мы лето не критично. Если бы мы делали нейросети, например, типа CNN и чего-то более сложного, тогда бы уже GPU был более бы серьезным, и, скорее всего, мы бы делали это на G-CUDI, на Java-вом фреймворке, для того, чтобы использовать карточки NVIDIA. Но такого сейчас ограничения нет. Да нет никакого ограничения по размеру. Ну, если у Ignite, и какой у Ignite, такой у нас. У нас мы как Ignite. Смотрите, про это 3 минуты расскажу. С TF была интеграция в версии 2.7 и TF в версии 1.15. В чем проблема TF? У TF есть Java API,
и оно ограниченное. Мы можем использовать Java API. Или его C-API, Java API является оберткой C-API, и оно тоже ограниченное. Соответственно, как бы все, что на нем можно было сделать, мы сделали, но оказалось, что нужно очень много контрибьютить в TensorFlow. Мы сколько-то на контрибьюте, ну, чтобы пробурить туда там дырки, опять же, из TensorFlow. Обычно народ из TensorFlow хочет отправлять вычисления на Apache Ignite. И вот этот заход в комьюнити TensorFlow с первого раза оказался очень тяжелый. То есть нужно было все время в этом участвовать. Поэтому интеграция на нашем стороне была. Она исчезла в версии 2.8, потому что TensorFlow, ну, условно говоря, не изменился. Дальше, в свою очередь. Вот, там же было некоторое количество багов, которые мы не могли на тот момент разрешить, опять же, без изменений в TensorFlow. Это все было заблокировано до лучших времен. Как выход, я пошел в комьюнити TensorFlow в Java API, и я думаю, с версиями 2x чего-то будем дальше интегрироваться. Я, по крайней мере, сижу, сейчас участвую в разработке TensorFlow в Java API в версии 2x. Вот я надеюсь, что дырочку удастся прорубить, и это будет как-то попроще. Пока не могу сказать. Прогнозы средние. С PyTorch'ем еще хуже. У PyTorch'а Java API очень тухлая. И для инференс-моделей есть шанс попробовать. Вот, но в целом, ребята, вот MXNet более перспективен, но им почти никто не пользуется, насколько я знаю. По сравнению с PyTorch'ем TensorFlow, по сравнению. Поэтому, опять же, наверное, вот с современными фреймворками нейросетей это скорее не к нам, это скорее вот этим фреймворкам, которые забили на джавистов, и они их не интересуют. Их интересуют только питонисты, и поэтому ничего тут поделать нельзя. Вот, может быть, если такая штука, как ONNX, это специальный формат обмена данными для нейросетей, он получит свое развитие очень хорошее, и он будет стабильным, тогда можно будет вкладываться и через него тащить хотя бы для инференс какие-то нейросети. Наверное, это будет интересно, но пока он еще не стабильный, я его оцениваю как незавершенный, поэтому я интегрироваться с незавершенными вещами не буду. Сейчас, где у нас... А, ну вот оно у нас все лежит, это нам пока не надо. Итак, давайте я сразу с места в карьер покажу что-то очень страшное, покажу очень-очень длинный, достаточно полный пример того, как все это тренируется, например, но при этом без тюнинга гиперпараметров. Итак, вот у нас есть какой-то Titanic датасет. Я надеюсь, все видно. Я надеюсь, что все видно. Что здесь происходит? Мы поднимаем Ignite, кушаем его конфиг. В конфиге ничего дополнительного я не доопределял, то есть это все стандартные вещи. После этого мы определенным образом зачитываем из CSV-файлика, я заполняю здесь. Так как это примеры, понятно, что на моем кластере вы вряд ли будете из CSV-файлика все это зачитывать, но вот это здесь выглядит так. Я зачитываю это все в Ignite кэш, у которого ключ integer, value, vector. Но вектор при этом достаточно разнородный. Там могут быть и стринги, и int, и даблы, и интеджеры и так далее. Дальше я определяю некоторый класс векторайзер. У него здесь очень длинный жирный дженерик, просто потому что вы должны контролировать все типы на входе и на выходе. То есть что у вас имеется на входе, это типы слева, что у вас будет иметься на выходе. А дальше, опять же, я обращаюсь к вот этим вот фичам, которые там имеют название в этом CSV-файле, я обращаюсь к ним по индексам. И это, наверное, ну, на мой взгляд, одна из вещей, которых мне, конечно, хотелось бы изменить, но пока только по индексам, так как вектора у нас не сопровождаются мета какой-то информацией. Это вектора в кэше. С SQL-таблицами будет чуть получше, я покажу в примере. Дальше я делю при помощи вот этого вот сплит-оператора на два подмножества, на тестовое и тренировочное множество. На тренировочном я буду тренироваться, оно будет занимать 75% начального датасета, на тестовом валидироваться. И опять же, обратите внимание, это некий фильтр, который будет передаваться. Это ленивое вычисление, мы ничего в этот момент не делаем. После этого я насылаю на две фичи энкодер. Там лежат колонки с данными, и я, наверное, даже... Надо показать было бы эти данные. Сейчас они у меня где-то далеко, так что поверьте на слово, что там какой-то файлик лежит. Я сейчас его сходу, наверное, не найду, не подготовил сразу. Нам эти две фичи нужно превратить в числа. Я определяю string encoder, натравливаю его на Ignite, да, так, подсовываю векторайзер. Вот здесь надо аккуратно подсовывать вот этот векторайзер вот сюда, а вот этот string encoder, следующий imputing препроцессор, который заполняет null values. Дальше этот импьютинг препроцессор нужно засунуть в min-max scaler, а тот, в свою очередь, нужно засунуть в normalization. Если вы продолбитесь, то какой-то препроцессор не поучаствует в этом банкете. Ну, то есть что-то не туда можно засунуть. И такие ошибки бывают, именно поэтому pipeline API чуть позже я вам покажу появилась. Дальше я определяю тренер, и в метод fit я просовываю самый последний препроцессор. И вот тот самый фильтр, который был раньше определен. Перепросовывая этот фильтр, я как бы из сплит-метода говорю, только, ой, на тренировочных данных, пожалуйста, тренируйся, тестовые не трогай. То есть это не
некое логическое условие, по которому в каждой записи мы будем говорить, это тренировочное или тестовое, там происходит особое тасование данных и так далее. То есть, ну, ничего в смысле на деле не происходит, там реализован особый специфический рандомный фильтр, который рандомно выбирает, а рандомно говорит, там, вы готовы быть выбраны в тренировочное множество или тестовое, для кого интересуют детали реализации. Дальше я распечатываю модель в виде дерева, есть красивый принтер, а дальше эту модель оцениваю. Давайте я на фоне это все запущу, и мы посмотрим по шагам, как это выглядит. У меня сейчас это запускается на одной ноде, но это прекрасно работает. Ну, вот я тестировал там на 4, на 10 нодах и так далее. Вот уже на 2.9 снапшоте все это поехало. Но это код не поменялся здесь, API не поменялась за 2.8, все корректно, фиксились только баги. Итак, происходит, видимо, пока там загрузочка, тренировочка, чтение CSV, загрузка в кэши. Настройки, конечно, не самые большие на свете. У меня всего 16 гигабайт сейчас, и я думаю, там все на скольки там, на чуть-чуть запустилось. Кому-то не хватило даже памяти, но для базовой тренировки хватает. Мы видим, что у нас небольшой кластерок из одной ноды. Вот моделька в виде if и else получилась распечатанная. Можно отсюда Ctrl-C, Ctrl-V куда-нибудь в Scala код вставить или в Java, ну только скобочки дописать. А точность accuracy получилась у нас 0.79 на тестовом множестве. То есть если бы я здесь не вставил вот этот фильтр, то эвалюация была бы на всем кэше. Если бы я здесь поставил get-train фильтр, я бы на тренировочном множестве делал оценку, а сделав get-test фильтр, я получил честную оценку на соответственно, ну и тестовая ошибка, это единица минус accuracy, получилось 20% мы распознали ошибочно. Это был пример без тюнинга гиперпараметров. Сейчас просто взорвем мозг и сразу затюним гиперпараметры. Причем это я показываю самый сложный код, который на свете можно сделать с этим гипертюнингом. Это параллельный подбор гиперпараметров при помощи генетического алгоритма. Начало сходное. Мы здесь определяем препроцессоры, но только мы эти препроцессоры не фитим сразу. Мы определили как бы логические ступеньки, определили тренер, а дальше мы это все будем собирать. Сначала мы определяем базовый объект кросс-валидацию, на котором мы будем тюнить гиперпараметры. Что это означает? Что кроме того, что я тюнинг гиперпараметры, я каждое сочетание параметров еще буду засовывать в кросс-валидацию, то есть в тренировку на ограниченном подмножестве данных. Это тоже та еще история, реализовывать это. Почему это было сделано? Потому что это очень популярная техника, реализовывать ручками поверх Apache Ignite. Это настолько мучительно, что люди, ну, пишут и плачут, говорят, это реально тяжело. Поэтому лучше, как бы, ну, у нас самих это заняло достаточно серьезное время, при том, что мы, как бы, были экспертами в том, как это реализовывать. Поэтому, как бы, делать это руками тяжело, поэтому посмотрите, как это делается в клиентском коде верхнеуровнево. Дальше я определяю три гиперпараметра, которые я тюню, и это не только параметры тренера, вот два параметра, но и даже параметр одного из препроцессоров. Обратите внимание, что сочетаний уже очень много. Я, кстати, на фоне запущу эти тренировки, потому что они занимают много времени, пока я рассказываю. И дальше в гигантском суперобъекте, ну вот он задизайнен на данный момент, вот так очень красиво, с кучей чейн операторов в Java стиле все это сделано, я складываю вместе Ignite, Data Cache. Дальше специальный Environment Builder, я его специально выделяю. Что в нем? В нем я говорю, пожалуйста, вот такой уровень логирования выбери. Я специально здесь такой объект ставил, можно было сделать дефолтный или вообще его не вызывать. Но я хочу включить интересное логирование, я среднего уровня, я хочу включить стратегию параллелизма, запустись на дефолтном пуле потоков. Опять же, есть несколько стратегий для того, чтобы, например, есть, например, без параллелизма или на дефолтном пуле. Две стратегии. Наверное, в будущем можно сделать больше интересных стратегий. Вот. Дальше с таким вот финальным тренером хочу подсчитать вот такую вот метрику. Можно, кстати, несколько метрик подсчитывать. Ну, вот здесь я в примере одну делаю. А дальше это все, пожалуйста, на тренировочном множестве. Препроцессор будет вот такой. Количество фолдов в k-fold cross-validation будет вот таким. На таком варианте сочетания гиперпараметров парам гриде запускайся, пожалуйста. Ужас, да? Просто страшно становится. Вот. И все это дело начинаем тюнить. И вот мы, пожалуйста, запускаем тюнинг гиперпараметров. И почему генетический алгоритм? Вот здесь вот выбирается вот такая стратегия. Есть, опять же, несколько вариантов. Это, как я уже сказал, байсовских методов здесь нет. Это random search, это grid search, когда все варианты перебираем. И это генетические алгоритмы, которые что-то пытаются скрещивать и размножать. После этого мы запускаем магический оператор tune hyperparameters. И именно он запускает, связывает вместе все, весь вот этот вот код и запускает его. Именно внутри, вот только в этот момент запускаются тренировки.
вот эта вот настройка, это, по сути, настройка, вот эти вот этот кусочек кода, настройка выбора оптимальной модели, чтобы Apache Ignite ML за вас это сделал. Если вы не хотите, чтобы он делал это за вас, вы можете не всю часть функционала использовать, написать это руками, написать, например, три вложенных цикла по перебору этих параметров и сами засунете эти переменные вот в эти вот препроцессоры и тренеры. Так тоже можно сделать, это абсолютно нормально. Мы тоже так на первых этапах делали. Дальше я хочу распечатать наилучшую модель. И вот уже я нашел наилучшую модель, и дальше уже из этой наилучшей модели я достаю, а так как она тренировалась тут не везде и всегда на всех данных, я достаю эти параметры. И уже дальше тренируюсь еще раз, чтобы уже получить финальную модель. Опять же, это можно делать, можно не делать. Вы можете просто получить наилучшие гиперпараметры и на этом на сегодня пойти лечь спать. И вот дальше я уже эту наилучшую модель еще раз тренирую, оцениваю и получаю, ну, насколько я могу сказать, там, наилучшие accuracy из всех возможных. При этом тренировки запускались в параллель, перебирали мы не все возможные сочетания гиперпараметров. В общем, надеюсь, у вас не вспух мозг. Если вы, в общем, много занимались машинным обучением, эти техники покажутся вам знакомыми. Тем временем тренировки завершились. Что произошло? Происходило следующее. Вот у нас средний скор, который получился. Средний accuracy. При этом запускались вот для разных сочетаний гиперпараметров. Здесь вот полностью залогирована история того, как они перебирались. То есть вы можете посмотреть, как вела себя логика. Это не все возможные сочетания, это только их часть. Тем не менее, тренировок было приличное количество, достаточно много. Мы получили модель с точностью 0,75. Я не исключаю, при этом, если бы мы запускали генетический алгоритм для такого небольшого количества тренировок, это наилучший метод. Может быть, если мы запускали бы полный перебор, мы бы нашли модель получше, но в итоге мы бы сделали больше тренировок. Этот код, он весь лежит, я просто покажу где, потому что я понимаю, что где-то были какие-то тяжеловатые концепции. Он лежит в examples, Ignite Examples, в подблоке ML, в подблоке Tutorial и гиперпараметр тюнинг. Здесь лежит огромный туториал, шаг за шагом. Я добавляю по одному шагу к тому, чтобы прийти от простого зачитывания датасета и тренировки одного дерева к тренировке чего-то более сложного. Вот, например, тренировка того же стейкинга выглядит следующим образом. Начало точно такое же. Дальше я определяю три тренера. Дальше я определяю тренер-агрегатор, тренировку логистической регрессии, где я описываю три входа для нее. Это вот эти вот три тренера. И типы выходов. Ну, соответственно, вот этот stacked model, который здесь определяется и тренируется. То есть вот здесь вот такой вот пример. Я хочу показать напоследок ровно один пример с SQL и разобрать его. Это тренировка на SQL таблице. Я думаю, это будет любопытно для поклонников Ignite SQL. Давайте мы глянем, как это может выглядеть. Этот пример тоже лежит. Он называется Decision Tree Classification Trainer SQL Table Example. Вот так вот длинно, как все в Java. У нас есть два, например, CSV датасета. Это чуть-чуть устаревшая версия примера, она уже в 2.9 будет другой. Здесь я не пофиксил еще тикет, но это у меня стабильная ветка какая-то разработческая, с которой я запускаюсь. В целом суть в чем? Я формирую некоторый кэш, некую таблицу, описываю вот эту вот таблицу, у нас появляются имена колонок. Это очень клево на самом деле. Намного удобнее работать, когда есть имена колонок. Дальше я при помощи инсерта вставляю данные, и вот при помощи такой функции CSV read, вот она вроде бы типа устарела, поэтому вот этот вот кусок, он не совсем валиден в новом Ignite. Но я раньше им пользовался, теперь вручную приходится заполнять, конечно. Я не знаю, как из CSV-шек читать нативно для Ignite на данный момент. Может, кто знает, скажите. Перепишу пример. Соответственно, я загружаю тренировочные данные, это будет тренировочная таблица. Я создаю тестировочную таблицу. Можно было бы, конечно, из одной таблицы делать какой-нибудь рандомный шафлинг, но вот мне так удобнее, с похожей структурой. Дальше чего я делаю? В нее тоже вставил данные. И вот у нас есть две таблицы, которых я могу тренироваться. Чего я делаю дальше? Я говорю, построй мне, пожалуйста, модель, используя вот эту вот таблицу с таким именем SQL Public Titanic Train. Дальше я использую специальный binary object vectorizer, который я натравливаю на нужные мне 5 колонок. Плюс для тех фич, которые представлены в виде строк, я описываю преобразователи, некие маппинги в числа, потому что мне на вход таблицы нужны числа. И, соответственно, говорю, какая колонка будет меткой. И после этого запускаю тренировку. Вот в этим методом fit. Кроме того, полученную модель я могу теперь применять для того, чтобы предсказывать на другой, на второй таблице, на Titanic-тесте.
Сразу скажу, что этот use case достаточно экспериментальный, то есть мы сделали некоторый функционал, чтобы это работало вместе с Ignite таблицами, но я могу себе представить use case какой-нибудь из вашего прода, в котором это может не пойти, в том плане, что вам чего-то не хватит. Вот мне бы хотелось очень узнать, ребят, чего вам не хватит. Вот если вы какой-нибудь такой пример запустите на какой-нибудь копии ваших данных, что бы вам еще хотелось, чтобы в этом SQL было, чтобы можно было бы добавить в ML, чтобы они лучше сочетались, потому что у меня идей мало, у меня нет прода на Ignite с SQL. Вот так вот. Поэтому у меня, соответственно, нет идей, что туда можно добавить. А дальше я при помощи метода cache query делаю select, обхожу все это и пакую вектора и делаю predict на модели. Ручками, конечно, хотелось бы протащить какой-нибудь оператор predict прямо в SQL, но я пока не решаюсь. То есть вот это достаточно серьезная история. Вот, при том, что SQL тоже меняется. Как бы мы думали над этим, были у нас варианты, как это сделать. Вот, но разбавлять стандартный SQL еще своими операторами, это тоже так себе история. Поэтому как бы тренироваться на данных из SQL-таблиц вы можете, но код все-таки тренировки и преобразования все-таки будет Java-кодом. Ну и дальше, например, под конец мы дропаем таблички. Ну, здесь еще какая-то дополнительная функция для адаптации. Эти примеры все доступны. Причем вы можете использовать готовую модель без тренировки. Например, взять модель и при помощи binary object векторайзера просто делать инференс на данных из таблицы, из какой-нибудь, которая имеет соответствующую структуру. Ну, то есть, на данных, с которой вы, наверное, там когда-то тренировались или какие-то похожие. Ребят, это все на самом деле с кодом. Уже много всего я в коде показал. Можно было показывать еще бесконечно. Все это есть, вот обратите внимание, в туториале. И рядом еще миллион примеров. То есть покрытие примерами стопроцентное. То есть все возможные алгоритмы покрыты. Для чего это делал? Чтобы вы могли взять... Код достаточно сложный. Могли взять готовый код, скопипастить и начать с ним работать. Да? То есть как маленький такой Stack Overflow. Я еще немножко ссылок покидаю, которые есть. Я хотел бы покидать Jira, во-первых, с тикетами, вдруг кому-то будет интересно, сразу с фильтрами какую-то. Я хочу кинуть твиттерок свой и GitHub. Мне кажется, на GitHub проще всего следить, если вам интересно, что происходит. В Твиттере тоже какая-то информация, конечно, есть, но самое главное у разработчиков open source это все-таки GitHub. Я не только Apache Ignite пилю, еще что-то, можно тестировать еще какие-то интересные вещи, в общем. Подписывайтесь, ставьте. Вдруг кому-то интересно TensorFlow на Java, приходите, тоже можно пообщаться. У кого-то есть такая потенция, пойдем вместе в комьюнити делать, я все расскажу, покажу. Это GitHub, и что-то я еще хотел. А, ютубчик, конечно же. Подпишись на наш канал, ставь лайк, как говорится. У меня, кстати, там достаточное количество видео про Apache Ignite. Они даже где-то попроще, где-то посложнее, чем те, которые... То, что у нас состоялось сегодня, сегодня очень подробно, у меня было куча времени. Ксюш, спасибо, на самом деле, первый раз было реально много времени. Рассказать все, что хотелось, я почти иссяк. Вот. Вопросы были хорошие. Но единственное, я, наверное, можно вопросы потом чуть-чуть почитать и в течение там, завтрашнего дня написать, какой самый лучший. Или надо сейчас, как лучше? Я понял тебя. Ну, давай я сейчас еще раз сначала промотаю. Да, там интересно пошло просто немножко в разнобой в том плане, что до этого была таблица, которую делал Денис, что мы хотим увидеть в 2020 году, и там есть планы, что типа в 2.10 я хочу выпустить вот то, о чем я говорил. И там много планов уже было собрано. А вот эту новую таблицу, видимо, без, то ли без ее учета, то ли это сбор заново, а 2.10 будет, и, видимо, уже его и не будет. В общем, да, я согласен, надо сходить отметиться. Да, обязательно. Так, сейчас я смотрю на вопросы, скриншоты. Слушай, мне на самом деле очень понравился от Агаманина вопрос про, ну, ансамбли. Наверное, это самый крутой. Вот, про байс-оптимизацию тоже, на самом деле, зачет. Я вот не знаю, если бы книгу можно было поделить. Но я скажу честно, что про ансамбли меня уели больше. Про байс-оптимизацию, как бы, я и так знал. А про ансамбль-бейс-реализацию... Я понимаю, о чем вопрос, есть о чем поговорить. И это... Я даже больше когда-то за это топил. И тут вот такой клевый вопрос.
Ха-ха, ну давайте. Ну, вообще, можно было бы заставить раньше вопрос иначе, это open source или GridGain, да? Вот. JetBrains с Apache Ignite ни при чем. Я просто работаю в JetBrains. Вот. JetBrains не поддерживает Apache Ignite. Вот. Если как бы мне позволят, может быть, у него появится Kotlin API. Это будет тогда поддержка JetBrains. Вот. Поддерживаю тем, что меня сегодня отпустили с митинга, я пришел к вам в Discord. Вот. Вот хорошая, кстати, поддержка. Вот, JetBrains поддерживает другие вещи, но они связаны с Kotlin в большей степени, и, конечно, JetBrains сейчас будет что-то делать, ну, много всего интересного, но Apache Ignite не в первой степени, не в первой очереди стоит. Это, в общем, все, так сказать, история от людей идет, да. И все люди, которые коммитили когда-то в Apache Ignite, это, там, большей части все-таки частные вещи какие-то такие. Да, но при этом надо понимать, что абсолютно нормально, если там человек, и вот, ну, как, например, чуваки из H2O пришли, на DevList сказали, мы хотим, нам важно, но нашей компании важно, чтобы была такая фича. И как бы никто, кроме них, лучше не понимал их собственный фреймворк. Как бы я им показал, как выглядит инфраструктура, и они сами, ну, как бы без особого сделали реализацию моста, да, условно говоря. Например, там XGBoost и Spark, это не Spark, не Databricks пришла делать, это мы хотели, чтобы была такая интеграция. В случае с TensorFlow, как бы нам помогали внутри TensorFlow, Flow ревью или что-то, но это не TensorFlow и не Google пришел делать мост в Apache Ignite, то есть, опять же, это была больше частная инициатива, и сейчас это продолжает быть. Или, например, Java API, там, Tensor, я из примеров приведу, TensorFlow делает, например, только группа энтузиастов, это не гуглеры делают. И оно все очень так, кто-то из них гуглер, но это не все гуглеры, и так далее. То есть, например, там, я не гуглер, да, но тоже участвую в этой разработке. И в этом плане очень тонкая грань. Разные компании, они по-разному участвуют в open source в плане поддержки. Кто-то в рабочее время действительно это пилит. Кто-то лояльно к этому относится, кто-то плохо к этому относится. Такие примеры тоже есть. И вы не можете делать там с рабочего компа и рабочего софта open source, и вы подписывали такие бумаги. Это все очень по-разному. И как бы каждый тут ищет свою, наверное, нишу такую. Вот. И не нужно быть представителем какой-то крупной компании, чтобы приходить в Apache Ignite что-то делать. Вот. Я это тоже хотел сказать. Приходите. Особенно вот. К сожалению, за никами не ясно, какие люди скрываются. Нельзя обратиться. В общем, приходите. Что-то будем делать. Не обязательно, кстати, в Apache Ignite ML. Есть куча компонент, которые требуют работы. Вот. И куча заданий, ну, историй, которые требуют работы. Не только код. Кстати, вот последний момент. Ребята, короче, за open source. Open source — это нифига не только код. Это, во-первых, документация, во-первых, вот, когда нет хорошей документации, считайте, нет ничего. Не написал документацию, ничего не сделал. И я знаю кучу контрибьюторов, особенно в западных комьюнити, которые пишут доки и делают примеры, тьюториалы, выступают просто вот, например, к нам пришел там в ML Равил Галеев, он сначала выступил с докладом про Apache Ignite ML на какой-то польской конференции, когда он там жил и работал, а потом он уже стал контрибьютором. Ну, то есть, это был его первый контрибьюшн, сделать доклад вообще про это, это тоже контрибьюшн, мы потом на DevList это закинем там и так далее, будем распространять. Если вы просто разберетесь или даже статью напишите на Medium или еще куда-то, это тоже будет контрибьюшн. Ну, короче, вот эта вся активность, она очень клевая. И что мне нравится в Apache Ignite, в том, что у нас много разной активности. И вот недавно стал, у нас с коммитером даже стал чувак, который пишет документацию. Блин, ну это же крутая история. Такого мало где есть. Я думаю, и до PMC он тоже доедет через какое-то время.